Всем привет, ребят. Ну, хорошо, будем без слайдов, потом слайды загрузятся, покажу. В первую очередь хочу передать вам солнечный привет из Индии. Наши партнеры здесь очень активны, ждут, не дождутся того, что имеет каждый из вас. На самом деле сегодня немножко хочу затронуть именно для чего мы все здесь собрались и какие перспективы. Находясь здесь в Индии и не только в Индии, да, там также мы были на Филиппинах, вы знаете, кто следит за вообще развитием компании Skyway Invest Group. Так вот, заметили одну такую интересную вещь. Вот представьте, все вы на сегодняшний день являетесь, ну, так, одним большим организмом именно зарождающегося тренда многоуровневого краудинвестинга. То есть, ну вот представьте, еще когда-то, да, там родился сетевой маркетинг, когда-то родилась компания там Apple, да, которой сегодня, в принципе, все пользуются. И на сегодняшний день мы тоже зарождаем новое вообще такое веяние, да, новую отрасль, которая будет, ну, просто сногсшибательной. Почему? На сегодняшний день уже порядок руководства именно стран активно принимают позицию многоуровневого краудинвестинга. Так, почему у вас звук прерывается? Давайте сейчас раз, два, три, как слышно? Раз, два, три. Так, всем нормально слышно, да? Отлично. Так вот, ряд вот этих вот людей, они сегодня поддерживают эту идею. Почему? Потому что когда мы сегодня приходим к ним с решением проблемы, при том мы говорим то, что помимо того, что мы решим этот вопрос, да, ихнюю проблему сегодня, которая у них существует, то еще ихние люди сегодня смогут получить благо. Понимаете? И к чему мы пришли? Вот на сегодняшний день уже в Индии сейчас, да, находясь, то есть встречались с такими очень серьезными, скажем так, людьми, которые сегодня очень серьезно помогают нам продвигать эту идею. Я даже не говорю, что идея самого струнного транспорта, а вообще идея многоуровневого краудинвестинга. Теперь скажите, пожалуйста, кто из вас пришел первый раз? То есть кто, ну, скажем так, далек вообще от того, чем мы здесь занимаемся, кто вас пригласил? Вот поставьте единичку, кто первый раз. Вот, у нас даже опросник есть. Те, кто с компьютера, нажмите, видите, там первый раз, два и более. Угу. То есть есть у нас люди, которые в первый раз, и вам, наверное, непонятно, да, особо вообще, о чем этот парень там говорит. И кто этот парень вообще такой. Хорошо, тогда я представлюсь. Меня зовут Арманд Мурникс. Я являюсь именно директором компании Global Transnet UK. Это компания Великобритании. Также я вхожу в совет директоров именно компании Skyway Invest Group. И на сегодняшний день так уж вышло, что 3 года назад я взял на себя обязательство именно развивать Европу, и не только Европу, но все англоговорящие страны. Вот, и сегодня я являюсь лидером именно по продвижению этого бизнеса, да, то есть бизнеса Skyway Invest Group, именно на территории всех, всех англоговорящих стран. Конечно же, я это не делаю один. И хочу отметить человека, который очень серьезно помогает, это Людмила Сердюкова, человек, который, кстати, очень интересный такой момент, да, для тех, которые первый раз пришли. Это девушка, она к нам присоединилась где-то примерно 1,5 года назад, год как активно работает, и она, ну, сама, наверное, расскажет, не сегодня, но на других ее встречах, расскажет именно о том, каким образом она вот ушла с работы,
Притом она ушла с хорошо оплачиваемой работы. И она на сегодняшний день уже побывала в Эфиопии, где она встречалась с первыми лицами вообще страны. То есть она проводила такие переговоры на самом высшем уровне. И у нее не было до этого ни опыта сетевого маркетинга, ни опыта как бы в таком направлении, да, именно предоставлять какие-то услуги, да, там, компании на таком уровне. Но она сегодня делает то, что многие сетевые лидеры, да, там, топовые сетевые лидеры не могут делать. Почему? Потому что то, что ты когда-то знал, это ничего не дает тебе сегодня. То есть есть какой-то опыт, и из этого опыта ты можешь, ну, скажем так, как-то сформировать себя на нынешнем рынке, да, но все равно тебе придется учиться что-то новое. И для тех, которые сегодня пришли первый раз, я поздравляю вас, потому что здесь вы сможете для себя услышать что-то новое. И я попрошу одну вещь. Вот вы услышите это новое, попробуйте скептично, по-любому скептизм начнется, да, но попробуйте разобраться. То есть перед тем, как что-то говорить, как-то отрицать или еще что-то, просто попробуйте разобраться. Так вот, она сегодня делает очень серьезные, скажем так, движения, и она очень серьезно помогает именно в развитии англоговорящего рынка, именно в направлении многоуровневого краудинвестинга. И что же такое многоуровневый краудинвестинг? Чтобы, ну, немножко раскрыть, да, это. В первую очередь, многоуровневый краудинвестинг, он сегодня набирает серьезные обороты. Серьезные обороты, потому что то, что было раньше понятно, да, то есть схемы, внедрение бизнеса, внедрение каких-то технологий, инноваций и так далее, раньше оно делалось по шаблону. Но, извините, да, мы сегодня живем в 21 веке, где уже сегодня мы обладаем различными гаджетами, которые мы не имели еще, ну, скажем так, лет 10-15 назад. И здесь сложно будет не согласиться, правильно? Так вот, многоуровневый краудинвестинг – это одна из, скажем так, из отраслеобразующих направлений, которые сегодня помогают различным предпринимателям, различным ученым внедрять свои технологии. И, наверное, очень многие из вас слышали уже о таком направлении, как краудфандинг. Да? Есть такие платформы краудфандинговые, где люди, скажем так, финансируют, и они в первую очередь получают какой-то продукт. Так вот, многоуровневый краудинвестинг – это то, что формирует абсолютно новый тренд, абсолютно новое направление, и это направление позволяет каждому человеку стать совладельцем той или иной компании. И сегодня вы услышите от нашего руководителя Андрея Федоровича Хавратова, это человек, который основал Skyway Invest Group в 2015 году, в компании он уже с 2014 года, и это человек, который именно вот в 2007 году, еще при основании своей Академии частного инвестора, он именно увидел то, что в будущем люди будут заниматься немножко другим направлением. То есть, если человек сегодня сможет понять, как ему управлять своими финансами, то он сможет создавать очень много активов, соответственно, жить на эти активы и оплачивать свои пассивные расходы. Так вот, мы сегодня в Индии, скажем так, имеем уже такой серьезный опыт в этом направлении, потому что компания уже за 3 года доказала это. И я поздравляю каждого из вас, который подключился сегодня к этой встрече, потому что вы сегодня узнаете абсолютно новое, уникальное и в тот же самый момент очень простое решение для каждого человека. Так вот, вернусь к Андрею Федоровичу, да, человеку, который это все основал. Он в 2007 году видел перспективу людей, если они будут делать вот эти вот простые вещи, да, А, Б, В. И вот эти простые вещи сегодня
уже являются трендом, который принимают на ура чиновники, большие там правители и так далее. По одной простой причине. Потому что деньги сегодня не в банках, а деньги сегодня у людей. И каждый человек имеет право знать, куда он сегодня эти деньги может вложить. Вот. Это то, что я хотел сказать по поводу многоуровня краудинвестинга. И я очень надеюсь, что Андрей Федорович уже здесь. Хочу представить его. Андрей Федорович, вам слово. А я потом чуть-чуть расскажу в деталях, подготовлю слайды, то есть попробую их загрузить. Надеюсь, Николай, поможешь мне. И немножко поделюсь уже теми достижениями, которые есть. Но пока Андрей Федорович подключается, могу сказать то, что сейчас по Индии ведется очень серьезная работа для того, чтобы мы могли также этих людей не оставить, скажем так, сбоку, да, то есть, чтобы они тоже могли участвовать. То есть, я вообще считаю, я приверженник именно того, что каждый человек, он является достойным иметь то, что имеют другие. Хотя есть такие моменты, очень такие странные, да, когда вот мы здесь ездим, есть богатые районы, а есть бедные районы. И знаете, вот в этих бедных районах люди, ну, они так не очень хорошо живут, да, есть даже люди, которые живут там, спят на улицах, даже с маленькими детьми, то есть картина, конечно, жуткая. Но понимаете, опять же, я что увидел? Есть люди, которые ищут возможности, а есть люди, которые говорят, что это нельзя, это, ну, как бы это не моя судьба, и как это правильно сказать и выразиться? Кто мне поможет, а? То есть они как бы принимают то, что у них есть, но они ничего сами не хотят для этого сделать. Понимаете, да, о чем я говорю? Да, они просто говорят, что я недостоин, смиряются с тем, что у них есть. И, но в тот же самый момент в этой же Индии живет тот же самый человек, да, ну, то есть человек-то он не меняется, то есть он есть, там мужчина, женщина, это человек. Но он почему-то живет совсем другими, другими мыслями, другими так, амбициями, да, и у него все почему-то получается. Так вот, самое главное, что я осознал, это каждый человек имеет право на то, чтобы у него было все в своей жизни. А вопрос, воспользуется ли он этим или нет, вот это уже он сам себе должен задать и, соответственно, либо сделать первый шаг в направлении, чтобы это получить, либо просто продолжать говорить, что я это не умею, у меня это не получится, я недостоин и так далее. Согласитесь, что это так. И все люди, которые сегодня, 418 человек находятся здесь, ребята, для вас это шанс, который дается один раз в жизни. Не будет второго проекта Skyway, ну не будет его. Да, может быть что-то другое будет, но именно Skyway второго не будет. Поэтому есть ли смысл сегодня сидеть на задворках и думать о том, что я недостоин, я не могу или еще что-то, либо мы сегодня можем сказать то, что мы являемся частью этого проекта и сделать все для того, чтобы внедрить этот проект и его реализовать. И вот я с Анатолием Эдуардовичем Юницким встречался здесь на выставке. И на выставке, ну, представляете, вот выставка в Индии, и на этой выставке были люди, которые, ну, различные там направления представляли, да, потому что выставка именно была о умных городах, то есть все, что будет связано в дальнейшем с новыми умными городами. И там очень многие решения, да, там интересные предлагали и так далее, но почему-то только Skyway был, ну, скажем так, награжден именно возможностью персонального открытия. То есть что я имею и подразумеваю под этим? Все знаете, да, выставка открывается, соответственно, первый день, да, там режется ленточка и так далее, то есть люди приходят, и вот так называемый grand opening. Но для Skyway
именно технологии Skyway. Вы видели, наверное, фотографии. Если нет, я попробую загрузить, потом показать. То есть для Skyway это было отдельно. А теперь задаем вопрос, почему это было отдельно? Почему? Потому что даже организаторы выставки, все участники этой выставки, люди, которые посещали эту выставку, они увидели что-то новое, что-то инновационное, что может реально решить проблемы. То есть, представьте, есть вот много-много-много различных компаний, которые предлагают решения, да? Но Skyway компания сегодня показывает просто величину, масштабы этих проектов, этих решений и того, что каждый человек может получить. Вот что самое главное. И когда вы сегодня представляете компанию на любом уровне, да, даже там на уровне ваших родственников, представляете, как вы вообще должны ее позиционировать? По одной причине, потому что вы являетесь частью, маленьким механизмом в этом большом организме. И поверьте, без вас не сможет существовать Skyway. Ну никак. Потому что каждый из нас делает что-то. И после того, когда мы уже поговорили, да, с этими людьми, то есть они увидели масштабы и так далее, вы знаете, да, что 10 числа это было, или 11-го. 10 или 11? Не, по-моему, 10. Было уже подписан договор именно на 12 километров, там, Даршале. И вы, наверное, тоже видели, да, что даже сам Далай-Лама благословил Юницкого именно на реализацию этого проекта. То есть вдумайтесь в то, что вообще происходит. И осталось чуть-чуть времени, вот совсем чуть-чуть. Договор у Юницкого. То есть он подписан даже на ресурсах, официальных ресурсах, мы там с коллегами искали, то есть официально, где прописано, сколько километров и за какой срок времени это будет сделано. Но здесь самое главное, наверное, не то, что подписан договор, это один из, это только первый договор, понимаете? Помимо Индии, недавно у нас прошла конференция на Филиппинах, неожиданно. Благодарность нашему коллеге, нашему партнеру и представителю по Филиппинам, Наполеону и его жене Жозефине. Кстати, интересно тоже, да, Наполеон и Жозефина, кто помнит историю, наверное, подумали, да, что это какая-то шутка, но это не так. Так вот, там... В конце этого месяца, да, вы увидите новости, которые будут транслироваться именно с головной компанией. Я сейчас не буду их озвучивать, немножко такую интрижку оставлю, да, между нами. Но вы увидите, какого уровня люди приедут в экотехнопарк для того, чтобы посмотреть, что действительно тем людям, которые они будут привлекать, в дальнейшем в помощь проекту, да, то есть в поддержку проекта, они хотят увидеть, что действительно за этими долями стоит реальная технология. И это уже государственный уровень, ребят, это уже не уровень, где мы идем просто к там, друзьям, знакомым и так далее. И еще вот то, что я затронул, да, это Людмила Сердюкова, она ездила в Эфиопию, и там вплоть до президента, то есть не президента страны, а как он, премьер-министр страны, да, то есть вплоть до премьер-министра и министра транспорта, где девушка еще буквально год назад, не зная ничего о проекте, нет, наверное, 2 года назад, да, она не знала ничего о проекте, а год назад она только начала его изучать. И сегодня она уже на таком уровне делает серьезную работу. И эта работа тоже необходима, потому что сами понимаете, что у Юницкого сегодня очень много заказов, очень много переговоров и так далее. И мы нуждаемся в тех людях, которые могут на серьезном уровне двигать этот проект. Поэтому каждый из вас, он сегодня очень ценный, вот этот вот механизм в этом глобальном организме. Благодарю за ваше внимание. Андрей, надеюсь, уже здесь.
Андрей Федорович, подключайтесь. Я уже так, давайте. Прошу, поприветствуем Андрея Федоровича, человека, который стоит за всем этим, за всей этой идеей. Приветствую вас, дорогие друзья. Приветствую. Андрей Арманд, немножко меня тут сегодня задержали. Я сейчас закачаю файл, по которому будем работать с вами. Как настроение, как меня слышно, как видно. Пятерочку, если не так себе, десятку хорошо. И если плохо, единичку поставьте. Так, загружаю. Отлично, дорогие друзья. Ну, поздравляю вас, во-первых, с практически окончанием весны. И вы знаете, мне очень нравится книга Джима Рона «Сезон жизни», где он описывает про весну, осень, зиму и лето. И у меня, кстати, видео тоже есть на моем канале YouTube. Не фонит ничего, потому что у меня здесь сейчас 81% звука. Нет, отлично. Ну, хорошо, дорогие друзья. Так вот, в сезонах жизни, да, что вот как сезонность в погоде происходит, да, времена года. Точно так времена года и сезонность жизни происходит у каждого человека. Фонит, да? Кто-то говорит фонит, я чуть-чуть потише сделаю. Так вот, 73. Раз, два, три, четыре, пять. Так вот, дорогие друзья, сейчас найду вот свой файлик. Встреча 20.05. JPEG. Проект. Так, а где же оратор Андрей? Ага, это встреча, вот она. Угу. Итак, дорогие друзья, сезонность жизни, она бывает у каждого человека. Зима, весна, лето, потом осень. Как это ощутить, вот когда... Мы заходим в лето сейчас, это самая классная пора, и вот те люди, которых вы, скажем, привлечете в лето, эти люди будут очень хорошо работать, потому что лето – это пора отпусков, и того человека, у которого все в жизни хорошо, у него нет зимы внутри, да, он поедет отдыхать, поедет еще куда-то делать, а человек, которому, ну, как бы пофиг отдых, ему он ищет возможности. Вот эти люди находятся в состоянии зимы внутренней, да, и они ищут весну. И вот для этих людей может стать предложение о Skyway очень серьезно. Я немножко поправлю Арманда, я там, конечно, не все услышал, то, что он говорил, но инициатором Skyway является, естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий, человек, который, вот знаете как, давайте сейчас проэкспериментируем. Вот тот, кто в зале сейчас, скажите, пожалуйста, дорогие друзья, вот кто готов бы был ждать и бороться за свою мечту, вернее, не ждать, а бороться за свою мечту в течение года? Вот напишите, да, я готов в течение года. Есть такие люди? Там, готов. Ага. А кто готов, допустим, бороться за свою мечту, осуществление своей мечты 5 лет? Напишите, да, готов 5 лет. Не просто да, готов, а да, готов 5. А скажите, а кто готов 10 лет бороться за свою мечту и идти к своей мечте? Напишите тогда, готов 10 лет или не готов 10 лет? А скажите, а кто 40 лет готов идти за своей мечтой и бороться за свою мечту? Напишите, кто готов 40 лет. Готов 40, да? Угу. Да, написать легко, дорогие друзья, но я видел огромное количество людей, которые отказывались от своей мечты уже через 2 года, через 1.5 года, некоторые через 0.5 года от своей мечты отказывались. И когда ты встречаешься и говоришь, а все, не хочу работать, не получается, бизнес не идет, люди не хотят идти, многоуровневый бизнес всем уже надоел. Через 0.5года, и ты говоришь, о чем ты мечтал, когда ты приходил? Ну, я мечтал вот сделать свою жизнь прекрасной. Так в чем проблема тогда? Значит, человек отказывается и предает свою мечту. И вы знаете, самое страшное предательство в жизни, чтобы вы понимали, это предать свою мечту. И вот я счастлив от того, что мы работаем с человеком, который не просто и шел к своей мечте,
А он как танк и шел. Знаете, вот когда идет танк, он все на пути препятствия он ломает, скажем так. Да? Вот точно так же Анатолий Эдуардович Юницкий все препятствия на его пути он просто сносил, как вот ураган. Да, кто-то там не понимал его, кто-то уходил, кто-то говорил, даже я слышал такие, что все эти, говорит, скажем, все как бы разработчики, они все вот, мол, там ненормальные, да. Но я хочу сказать следующее, что только ненормальные люди могут вообще в этой жизни чего-то сделать великое. Посмотрите, исторически, если посмотреть, ненормальный человек был Леонардо да Винчи. Да? Он был ненормальный, реально. Современники, которые жили в те времена, описывают, что он был ненормальным. Но этот человек привнес очень много. Если бы не церковь, тогда прогресс пошел бы гораздо раньше. Если говорить, допустим, о Билл Гейтсе или Стив Джобсе, это ненормальные люди, в полном понимании. Ненормальные в каком смысле? Нормальные люди, они ходят на работу 40 лет, потом идут на пенсию и опять работают. Ну, вот это в общей массе нормальные люди. А вот люди ненормальные, то есть не живущие так, как все, идущие за своей мечтой, вот эти люди, я считаю, что они очень сильно изменяют, скажем, сейчас я быстренько отпишусь, дорогие друзья, а то... Так вот, что хочу сказать... Что мне повезло, что 3 года назад, 3 месяца, я познакомился с этим человеком, великим человеком, Анатолием Эдуардовичем Юницким. Потому что вот эти вот его цели и идеи, кто видел последнее видео, не последнее, одно из последних видео, когда 15-17 лет назад один из людей, один из первых тогда финансировал его, потом отошел 15 лет назад, да, наверное, вот, перестал верить в мечту Анатолия Эдуардовича Юницкого. И сейчас опять он пришел, как говорится, как на машине времени вроде бы, раз, так уже совсем все другое. Тогда ЗИЛ в небо уходил, а сейчас уже вот такие вот, скажем, не просто картинки, а вот то, что справа картинка, это реальный Юнибус 14-местный. Он кажется таким вот маленьким, на самом деле это такой аппарат достаточно весомый, но издалека он кажется маленьким. И вот это искусство такое, что маленькие вещи, а они внутри объемные, да, это очень большое искусство. Так вот, дорогие друзья, нам очень сильно повезло. Да, мне тоже повезло, что я один из первых услышал эту информацию, я был готов к этой информации с 2007 года. С 2007 года я мечтал о великом проекте, проект, который смог бы привнести огромную пользу людям. Я мечтал о том, чтобы найти вот такой вот проект и двигаться, и дать людям действительно инструменты, сильные инструменты, как в инвестировании, так и в бизнесе. И в бизнесе, именно на многоуровневом бизнесе. И так вот повезло, что даже вот этот человек, Анатолий Эдуардович Юницкий, который к бизнесу, особенно многоуровню, никакого отношения не имеет, но он, можно сказать, инициатор нового направления, которое называется многоуровневый краудинвестинг. То есть фактически он придумал эту схему и систему финансирования для не только маленьких проектов, там типа вот софта, который стоит там максимум 150, 100, ну пускай 200 тысяч долларов, а потом продается за миллиарды, да, а это высокотехнологический инфраструктурный проект, который может стать в основе новой, не просто может стать, а он уже стал в основе новой экономической эволюции мира. Вот именно тогда, в 2007 году, я мечтал о создании системы и про большого глобального проекта под названием «Новая экономическая эволюция мира». И мы с вами сегодня не просто наблюдатели, все с вами, а сегодня участники этого проекта. И мы помогаем не только Анатолию Эдуардовичу реализовать эту мечту, но также помогаем огромному количеству людей в будущем стать состоятельными, жить безбедно и жить счастливо. Итак, дорогие друзья, кто меня еще не знает, я являюсь генеральным директором группы компании Skyway Invest Group, я являюсь одним из крупных акционеров, которые входят в пятерку, я думаю, данных нет, но я думаю, что я вхожу в пятерку самых крупных акционеров, являюсь автором и создателем образовательного проекта Академии частного инвестора, именно тогда мы продвигали очень активно через подписчиков Академии, на тот момент у меня было 65 тысяч подписчиков,
И из них более 10%, около 10-12% люди, имеющие достаток от 10 тысяч долларов и выше. И эти люди, как мелкие, так и крупные инвесторы, очень сильно поддержали проект. Я являюсь многопрофильным профессиональным инвестором, потому что я инвестировал за вот в этом году. 20 лет исполняется, как я профессионально не только изучаю, но и инвестирую профессионально, как квалифицированный инвестор в разные сегменты. И если говорить мой неосознанный опыт, он идет с 15 лет, то есть в этом году это уже получается сколько, 48 минус 15, 33 года, да, практически я неосознанный инвестор. Я являюсь финансовым консультантом, магистром по профессии менеджер сетевого бизнеса и мастером по реализации мечты. Поэтому, дорогие друзья, те, кто хотел бы реализовать свои мечты за очень короткий промежуток времени, постарайтесь быть на моих живых встречах, потому что именно после живых встреч у вас происходят очень серьезные перемены в жизни в лучшую сторону. Ну а тот, кто не хочет свою жизнь менять, кого устраивает то положение вещей, которое сейчас находится у него, то лучше покинуть этот класс, потому что то, о чем мы сегодня будем говорить, это коренным образом может изменить жизнь не только вашу, а вашего поколения, вашей династии в будущем. И если вы открытый человек, то вы сможете повлиять на огромное количество людей, которых вы знаете, и помочь им изменить их жизнь в лучшую сторону. В этом и есть, в принципе, моя миссия, как просто личности Ховратова Андрея, потому что одна из моих миссий – это помочь миллиону человек стать миллионером. Итак, дорогие друзья, объектов, секторов для инвестирования более вообще сегодня 22, а основных 10-12, которые инвестируют люди. Поэтому, если говорить о многопрофильном, если тут пишут, это вопрос, да, я инвестировал в 17-18 сегментов инвестиционного рынка, в некоторые не инвестировал, но хорошо знаю эти сегменты и частично участвовал в них, скажем, непрофессионально, но знаю очень досконально, как это все делается. Но здесь есть очень важный момент, что если вы многопрофильный профессиональный инвестор, вы, как сейчас правильно скажу, всегда только будете в выигрыше. То есть деньги никогда от вас не уйдут, деньги только будут к вам приходить. Итак, дорогие друзья, и, кстати, я создаю таких же профессиональных, многопрофильных профессиональных инвесторов. Одна из моих целей – вот создание этих миллиона миллионеров – это многопрофильных профессиональных инвесторов. Мы сегодня поговорим о новостях 2016 года, мая. Ну, Арман уже хорошо о них рассказал, и я хочу сейчас дополнить некоторые из них. Главное событие июля, главное событие, слово пропустил, июля 2016 года. Как поехать на Экофест за счет компании? Сегодня меня цифры просто вот поразили. Я сейчас хочу зайти посмотреть, потому что я вчера вечером цифры делал. Но сейчас зайду на сайт и посмотрю, сколько же сейчас сделали первое место. Вау, обалдеть. А, Норвегия пока так и остается. Ну, мы подойдем к этому. Далее, дорогие друзья, мы с вами обязательно изучим, что такое мастер-класс для консультантов и выше, какие вообще, что ожидает тех, кто будет на мастер-классе. Маркетинг-план переменной ценой в 1 миллион юнитов. И тот маркетинг-план, который мы сейчас изменяем, мы делаем дополнение в маркетинг-плане. И к нам огромное количество приходит сейчас профессиональных многоуровневых предпринимателей, сетевых предпринимателей и сетевых именно многоуровневых предпринимателей. И изучая маркетинг-план, они уже говорят: ребята, у вас маркетинг-план просто офигеть, крышу рвет. Но есть небольшой такой минус для лидеров, которые приводят огромные структуры, которые могут привести структуру в миллион человек, 500 тысяч человек. Есть такие лидеры структур, с которыми мы сегодня уже общаемся, есть лидеры структур, с которыми мы общаемся, 10 миллионов человек. И он говорит, прочитал маркетинг-план, говорит, я, блин, буду зарабатывать в 3 раза меньше, чем я зарабатывал в той компании. Хотелось бы некоторых каких-то дополнений и предложений, которые были по изменению маркетинг-плана, мы обсудили с департаментом
кто еще не знает, у нас создан в марте департамент развития многоуровневого краудинвестинга. В него могут попасть только люди, которые профессиональные сетевики-структурщики многоуровневые, которые работают в системе многоуровневого бизнеса, которые показывают своим результатом в компании и могут вырасти в статусе минимум до топ, до лидер-менеджера минимум. Да. И у нас ожидается около 11-13 человек в этом департаменте. Так вот, мы обсуждали в департаменте, они все лидеры обсуждали, пока 3 человека у нас, со многими лидерами структур, и все были просто воодушевлены теми переменами, которые будут. Недаром я назвал, что маркетинг-план перемены ценой в 1 миллион юнитов. И пятое, промоушен, который поможет вам дополнительно заработать за чуть больше месяца, за месяцы 5 дней от 200 до 2000 юнитов дополнительно к маркетинг-плану. Ну что, дорогие друзья, давайте тогда пойдем. Ну, первое, кто еще не знает, что мы как Skyway Invest Group, фонд, который создан для, скажем, финансирования и консультирования людей о проекте Skyway, а также создан для того, чтобы повышать финансовую инвестиционную грамотность у населения, чтобы люди могли различать, что такое финансовые пирамиды, жулики, как оценивать эти компании, как не попадаться в лапы жуликов и как отбирать действительно достойные компании для своего инвестиционного портфеля и для своего инвестиционного будущего. И нас уже поддержали, именно проект Skyway поддержали 280 тысяч человек из 169 стран мира, дорогие друзья. Это очень большое достижение. Сегодня чуть больше, там уже более где-то, наверное, 288 тысяч, потому что на сегодняшний день 8 тысяч, больше 8 тысяч регистраций уже прошло новых пользователей, поэтому около 290 тысяч уже. Это вот данные были на 1 мая, но на 1 июня мы озвучим, какие данные. Это наша победа общая, дорогие друзья. И сейчас у нас заинтересовались нашими проектами страны, я считаю, вот это миллиардные страны, две миллиардные страны у нас есть, это Индия и Китай. И профессиональные сетевики-структурщики, как в Индии, так и в Китае, очень сильно заинтересовались. Плюс Филиппины и страна, вот Филиппины, чтобы вы понимали, да, это страна многоуровневого маркетинга. Вот как в бывшем Советском Союзе страна сетевого маркетинга – это Казахстан. Точно так на Филиппинах статистика, если не ошибаюсь, еще 10-летней давности была, что каждый 12-й филиппинец, кажется, занимается профессиональным многоуровневым бизнесом. Именно поэтому там многоуровневый бизнес поддерживается и государством, и правительством, и это нормальное явление, там где они четко оценивают компании, пирамиды и жулики, и не пускают их в свою страну. Ну это очень правильно, потому что люди должны сами заботиться о своей стране, точно так же и стране, и о своих людях. А в первую очередь вы должны понимать, невозможно запретить компании, нужно людей научить, чтобы они распознавали, и если люди будут обучены и будут знать, как отличить жуликов от нормальных компаний, то жулические компании просто не будут присутствовать на этой территории. Точно так же, как борьба с бедностью. Вот многие страны борются с бедностью. Нужно бороться не с бедностью, а бороться, скажем так, не бороться, даже слово плохое бороться, а создавать условия для образования и самообразования людей, для повышения философии богатства у людях, внутреннем состоянии человека, вот здесь вот в мозгах богатство должно быть у человека. И тогда, если будет хотя бы 30% людей философии богатого человека, то эта страна всегда будет богатой, она никогда не станет бедной. А борются с бедностью только те страны, которые манипулируют вот этими всеми вещами. Поэтому, дорогие друзья, хочу сказать, что наступает эра, где мы сами отвечаем за свою жизнь и за будущее своей страны и вообще своей планеты матушки Земли. И это второй момент, почему я с Анатолием Дальчим Минским, потому что мне очень нравится его идея вывести вредное производство за орбиту Земли. И хотим мы это сделать уже, начинать это значит, делать уже через 25-35 лет. То есть за 30 лет наше желание это, чтобы, скажем, притворить в планы мечты Анатолия Эдуардовича Юницкого, это 50 миллионов километров дорог за 30 лет по всему миру. Это примерно 1/3 всего мирового рынка транспорта.
И потом начинать запускать проект, естественно, межконтинентальный, планетарного масштаба, вывода вредной индустрии именно за орбиту Земли. И вот, естественно, нам нужна поддержка людей, дорогие друзья. Одна из наших целей Skyway Invest Group – это в этих странах, где мы находимся, чтобы 15% населения, найти 15% населения, которое поддержит наш проект, которое скажет, да, нам нужен этот транспорт, которое скажет, да, мы хотим, чтобы этот транспорт был в нашей стране, в моем городе, там, в нашем городе. Да, мы хотим поддержать его и быть еще при этом совладельцем, получать доход. Вот я задам вопрос ко всем людям, которые находятся здесь сейчас в аудитории. Скажите, вот вы хотели бы при сегодняшней ситуации, которая сегодня есть, вот от всей транспортной системы, которая существует, не от всей, может быть, 30% транспортной системы, которая существует в мире сейчас, да, получать какие-то дивиденды. Ну, вот, к примеру, машина проехала с грузом, да, каждая третья машина проехала, и от каждой третьей машины вы получаете дивиденды. Каждый третий пассажир, допустим, едет, да, и благодаря тому, что он плачет за билеты, вы получаете дивиденды. Каждый третий пассажир в самолете летит, и вы получаете дивиденды за то, что он там летает и платит деньги. Да? Здорово бы было, правильно? Естественно, кто их нам даст, чинуши? Анатолий, не знаю, что такое чинуши, а кто даст, ну вот если человек так думает, то это человек ограниченный в первую очередь. Тогда две вещи я вам рекомендую. Первое, изучить хотя бы 8 правил частного инвестора, один из моих авторских курсов, а второе, 8 основных принципов успеха. Потому что если человек задает вопрос, а кто нам их даст, что нам даст, а кто нам позволит, это человек, который не верит в то, что государство принадлежит народу. И что любое государство, а главный актив любого государства – это люди. Вот задайте себе вопрос, если нет в государстве людей, будет ли государство существовать вообще? Почему Индия и Китай сегодня одни из ведущих стран в мире? Знаете почему? Потому что и в той стране, и в той больше миллиарда человек. И когда я работал в Индии в 2007-2008 году, я обалдел от того, когда узнал, что оказывается экономика Индии, вот почему экономика Индии, она более развита, я считаю, чем китайская. Китайская экономика, она практически на 90% работает на экспорт. А Индия, ее экономика полностью сегодня, скажем, зависит на 90% внутреннего потребления. Это как в Советском Союзе, мы ни от кого не зависели, у нас было все свое. А потом, когда его разрушили, Советский Союз, естественно, мы начали зависеть от Запада, особенно от доллара американского и так далее. А вот Индия, она не зависит, если говорить языком экономическим, она не зависит практически. То есть миллиард человек, которые на внутреннем потреблении, да, происходит, и эта экономика работает, живет и существует. Единственное, что тоже она привязана к американскому доллару, как ни скорбно этому видеть. Но это временное явление, скоро это уйдет в небытие, в далекое. Поэтому, дорогие друзья, верьте в то, пожалуйста, что вы можете многое, потому что вы человек, созданный, как говорят, скажем, древние писания по подобию и образу Господа, да, там, Всевышнего, скажем так. А если вы созданы по подобию и образу, если в каждом из вас есть частица Бога, значит, фактически вы такая же божественная личность, как и тот Бог, в которого вы верите. Или даже если вы не верите, в любом случае, вы являетесь частичкой божественной личности. А так как Бог всемогущ, то Он может все, поэтому верьте в то, что вы тоже можете все, потому что в тех же древних писаниях писано, что по вере вашей да будет вам. И поэтому верьте в свой успех, верьте в себя, и тогда у вас все получится. Потому что Анатолий Дорощуницкий 40 лет верит в то, что у него все получится. А особенно последний год он гиперуверенный в своих силах, и он гиперуверен в том, что это нужно, потому что его поддержит огромнейшее количество людей на сегодняшний день. Здесь я хочу показать вам то, что было в 2001 году и то, что сегодня существует. Да, и вот этот один из людей, который вот вы видите, именно он 15 лет назад, 17 познакомился с Дорощуницким, стал одним из крупных тогда инвесторов. Видите, да? Поэтому
Это говорит о том, что и 15, и 17, и даже 30 лет назад люди поверили. В Краснодаре приходил человек, один из преподавателей университета, который, агитбригада наша работала, и он, скажем, подбежал и говорит: ребята, постойте, постойте. И он очень воодушевлен тем, что SkyWay все-таки не забыт и существует. И вот здесь один из таких моментов очень интересных. Он говорит, еще в 85-м году в технике молодежи прочитал про SkyWay и говорил: вот что нужно нашему транспорту, нашему городу Краснодару, иначе город скоро задохнется в пробках. У нас нужно все переделать, нужно все перестраивать именно на эту систему. Над ним тогда крутили в висках, говорили, такой сумасшедший, как Ильинский. Но тем не менее, когда он увидел, говорит: ребята, это все, это так здорово, я хочу вас поддерживать. То есть есть люди, которые еще с 85-го года верили в этот успех. Не один Анатолий Дорчинский верил, а многие люди верили. Поэтому, дорогие друзья, 2017 поставил. Это я специально, Евгений, чтобы кто-то увидел и меня поправил. Это я проверяю вашу бдительность. Спасибо, что вы увидели это. Видите, один человек очень бдительный. А остальные нет. Поэтому будьте бдительны всегда. Эти новости, которые говорил Арман сейчас, да, о новостях в Индии, это, конечно же, фурор, потому что если сам Далай-Лама вот так вот благословил, дорогие друзья, ну, это просто очень здорово, потому что я даже на фотографиях посмотрел, они так похожи. Я так понимаю, что у нас Ильинский тоже, ну, Далай-Лама, можем его позвать, да, но он наш, вот этот вот SkyWay-евский Далай-Лама, который все это затеял, и огромное количество людей сначала там 15 лет назад поддержали, 17 лет назад, потом 10 лет назад. Кто-то отошел, кто-то поддержал и сейчас поддерживает. Кто-то 3 года назад начал поддерживать или 4 и отошел, но все равно поддерживает морально и финансово. Поэтому, дорогие друзья, нас сегодня все больше и больше, и это очень здорово. Дорогие друзья, Экофест 2017 года. Вот о чем я хочу поговорить и сказать, что это главное событие этого года. Это главное событие июля. И недаром оно 1 июля, как говорится, по бухгалтерскому календарю, это второе полугодие, первый день второго полугодия. Дорогие друзья, у вас есть возможность быть там. Уже сегодня... Он уже сегодня, если не ошибаюсь, где-то 4,5 или 4400 тысяч билетов продано. А там планируются мероприятия на 5000, насколько я помню. Поэтому, дорогие друзья, есть еще немножко времени для того, чтобы быть на этом историческом мероприятии, где, ну, скажу так, мероприятие, которое показывает, как мечту, любую мечту можно сделать реальностью. И даже ту мечту, которой 40 лет, которую 30 лет назад мало кто верил и не поддерживал, 20 лет назад мало кто верил и не поддерживал. И сегодня, вот сегодня, 1 июля, эта мечта станет реальностью. Да, не все мы, то, что планировали, покажем. Планировалось показать эстакаду грузового транспорта, но она будет, естественно. Но, может быть, она не будет до конца сделана, потому что планировалось именно две эстакады грузового транспорта показать. Планировалось показать городскую систему двух типов и скоростную систему на 15 километров. И скоростная система, она самая объемная и емкая в деньгах. Нужно всего больше всего денег для, скажем, для того, чтобы реализовать ее. Но, тем не менее, дорогие друзья, за те небольшие деньги, которые получила компания, за эти 3 года небольшие деньги, хочу сказать сразу, по сравнению с тем, что нужно. То есть это примерно 20-25% от общей суммы, которая нужна была. Анатолий Дорчинский смог показать, как даже вот экономя во многом, можно все равно показать, и мы увидим с вами городскую систему двух типов, даже 3 типов. Это Unibike, который не планировался, кстати, в самом начале, и он сейчас сделан. Городская подвесная, и я думаю, что, может быть, мы успеем, и компания успеет показать нам и городскую навесную систему. Ну, по крайней мере, городская. Вот я бы хотел сейчас показать вам. Николай, может быть, ты мне поможешь. Последний вот весна в Экотехнопарке.
это видео поставить. А, вот оно. Благодарю. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости Skyway, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня мы находимся в экотехнопарке Skyway возле Мариной горки. Работы идут на всех направлениях, знакомых вам. Дорогие друзья, когда 3 года назад, в начале июня, мы собирались, только для крупных инвесторов было собрание 5-6 июня 2014 года. Тогда, я помню, огромное количество людей, компаний, блогеров писали, очередная там пирамида, очередная компания, которая использует многоуровневую систему, чтобы облапошить людей. И чтобы вы понимали, кто не знает мою историю, знакомство с Назаровичем Мининским, 22 числа мы с ним пообщались лично, а вот 21-го мне рассказали о нем, там один человек вышел на меня и рассказал о нем, ну, самое-самое плохое, что можно было услышать от Анатолия Дорчининского, даже хуже, чем вот то пишется, что сегодня. И послушав полчаса этого человека, я сказал, ну, хорошо, давайте закроем эту тему, да, потому что меня это ускорило быстрейшему знакомству с Анатолием Дорчининским, потому что если говорят такие плохие вещи о людях, у меня есть опыт, да, то значит надо понять, почему они это говорят. И когда я познакомился с ним и послушал его, я чувствую людей на уровне общения, как говорится, душами, да, сердцем. Когда на уровне сердца ты разговариваешь с человеком и слышишь, да, и вот вчера о нем говорили мне самую-самую-самую такую хрень, которую можно, да, услышать, и я сегодня разговариваю с ним, это было 22 февраля 2014 года, я слышу совсем другие вещи, я ощущаю и понимаю, что человек хочет, и какие великие вещи у него, и понимаю, тот человек, который вчера мне о нем говорил, низменный, человек, который ничего в жизни не добился вообще, человек, который завистник, и этот человек хочет мне рассказать, ну, там, о человеке, который я считаю великий, самый
самые плохие вещи. Поэтому, дорогие друзья, вы будете общаться с огромным количеством людей, и сегодня моя встреча, она в большей степени для партнеров. Я люблю больше встречаться не с инвесторами, а с партнерами, потому что меня интересуют те люди, которые хотели бы изменить свою жизнь к лучшему, готовы не только свою жизнь изменять, но и помогать другим людям становиться лучше, потому что есть правило жизненное – помоги 5 людям стать на твой уровень, и ты поднимаешься еще выше. То есть, а помоги им помочь другим людям стать на их уровень, и тогда ты поднимаешься в 4 раза выше, чем ты есть сегодня. И поэтому, дорогие друзья, каждый человек, если хочет подняться выше и, скажем, получать больше, одна из главных задач – научиться помогать людям становиться на свой уровень уже и помогать другим людям улучшать свои жизни. И вот такой человек, как Анатолий Леонидович Яницкий, предложил встретиться в этом году, скажем, со всеми людьми. И вы знаете, в следующем году вполне вероятно уже не будет вот таких вот, любой человек там даже финансировал, который на $10 или на $100 сможет попасть, я думаю, вряд ли, потому что уже Анатолий Леонидович Яницкий, вы видите, встречается с какими людьми. Уже миллиардеры, уже мультимиллионеры, чиновники, то есть много переговоров, много дел, которых нужно делать. И в этом году у нас есть у любых людей, даже который проинвестировал на $10, приехать на Экофест, познакомиться с этим человеком, да, увидеть воочию, познакомиться с людьми, которые делают сейчас эту компанию, делают экотехнопарк, возводят это все, потому что там вот сейчас сердце нашей технологии, той технологии, которая будет существовать, ну, не более, я уверен, чем 500 лет, потому что мы задали сейчас тренд, очень сильный тренд, дорогие друзья, именно в инновационной транспортной системе, не просто какого-то транспорта, не знаю, там транспорта можно сделать, там, не знаю, на воде, но он не решит проблему транспортную. Да, можно создать машину на воде, они сегодня уже есть, но это не решит транспортную проблему. Транспортную проблему решит новая транспортная система, которая позволяет создать новый жизненный уклад общества. И вот там, вот в сердце Skyway, вы сможете, дорогие друзья, прочувствовать и, как говорится, присоединиться всем, ко всем тем, кто поверил и кто активно продвигает эту идею. Но хочу задать вопрос, дорогие друзья. Кто хотел бы посетить экотехнопарк за счет компании фонда Skyway Invest Group? Есть такие люди? Поставьте плюсики. Там задают вопрос, пока отвечают. Купил билет, но поехать не сможет, да? Я думаю, что с большим удовольствием у него купят уже в середине июня, потому что думаю, что вряд ли будет продаваться. И то, что он заболел, ваш партнер там или кто там, да, еще времени столько много, можно вылечиться раз 30. Благодарю, дорогие друзья. Так вот, давайте посмотрим, как можно и что нужно, да. Мы объявили промоушен с 1 апреля по 31 мая. Приведите личных инвестиций на сумму 5300 и более и посетите экотехнопарк. То есть проезд, проживание будут оплачены 10 партнерам, которые сделают наибольший объем лично привлеченных инвестиций. Ну вот посмотрите, вот здесь вот у нас Норвегия первое место держит, 90 350. И включился этот человек, если я не ошибаюсь, в начале мая. Далее вот у нас Россия, Москва, Владимир, кажется, второе место держит, сейчас я проверю. Да, Владимир Черенков, Россия, Москва, 26 тысяч, кандидат на победу. Далее Италия, Сильвия Самартано, 18 тысяч. Тони Нильсен, Норвегия, опять же, 18 тысяч. Из два человека из Норвегии, я смотрю. Дальше, из Казахстана, Кульбаршин Дасмагамбетова, 16 тысяч. Еще Казахстан, шестое место, Дмитрий Зырянов, 15500. Анна Лапина, Россия, Нижний Новгород, 15500. Валентина Иванова, Россия, 14825, Миди Ибраимов, Казахстан, Алматы, 13 тысяч, и Василий Кобзев, Украина, Днепропетровск. Что, дорогие друзья, я поздравляю, у нас, конечно, вот 11 место Украина, Хмельницкий, 12 Максим Заика, Украина, Краматорск, а вот Елена Панчук, 11, 13 место Италия, Даниэль Тартано,
Тартаро. 14 место Винник Сар, Соединенные Штаты Америки. 100, да, 11 тысяч. Норвегия, вот смотрю, Руне Бетсен. 15 место, 11 тысяч. Давид Зырянов, Россия, Новосибирск, 11 тысяч. 17 место Мирко Полина, Италия, 10 тысяч. 18 место Раби Гашати, Татьяна Розаева. Вот смотрю, Татьяна Розаева, Россия, 10445. Дальше Казахстан, Райгуль Ситмагбетова, Россия, Александр Манжула. Это 20 место. Ну, ниже я не буду. У нас вот 30 мест записано. Здесь и Чехия, Казахстан. То есть можете посмотреть в личном кабинете результаты конкурса «Поездка на Экофест» и увидите там эти все данные. Поэтому, дорогие друзья, сделайте больше лично привлеченный объем. И 10 первых, кто это сделает. Осталось еще сегодня 20 число. Еще у нас есть 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 12 дней целых есть. Поэтому, дорогие друзья, еще мест очень много. А кто с Хмельницка на 11 месте? А посмотрите в этом самом, сейчас скажу, на 11 Хмельницкий Елена Панчук, 13,5 тысяч. И Василий Кобзев, Украина, Днепропетровск, 13,5. Вы помните, да? Я говорил, что если у одного и того же человека объем одинаковый, но кто-то включился, допустим, Василий Кобзев, Елена Панчук, к примеру, включилась 1 апреля, а Василий Кобзев, да, пришел в бизнес, к примеру, 10 апреля, то, естественно, он поднимается выше, даже если одинаковый объем. Потому что он за более короткий промежуток времени сделал этот объем. Так что, дорогие друзья, я поздравляю всех вот этих кандидатов. Но еще здесь 10 дней, вполне вероятно, что, может быть, первое место сменится и будет не Норвегия, а, может быть, какие-то другие города. Ага, вот Максим Исып говорит, на следующей неделе, на прошлой неделе Елена Панчук сделала. Но она могла сделать на прошлой неделе, но, может быть, в бизнесе она у нас, скажем, дольше, чем тот человек, который раньше поднялся. Дальше, дорогие друзья, давайте мы вернемся. Впервые Skyway Invest Group у нас будет проходить со 2 по 5 июля в Минске мастер-класс для консультантов и выше. Мастер-класс для консультантов Skyway Invest Group, где будет проходить обучение. После обучения тестирование, сертификация, вручение сертификатов. То есть мы хотим сейчас, одна из наших целей этого года, это создать 1000 профессиональных консультантов в Skyway Invest Group. А кто такие профессиональные консультанты, чтобы вы понимали? Это тот человек, который, первое, знает, где взять людей. То есть для него не проблема создать список контактов. Давайте, кстати, посмотрим, что получат консультанты. Вот что получат все присутствующие консультанты на этом обучении. Первое. Практические технологии быстрого получения результата. Как стать топ-менеджером за 5 месяцев. Второе. Практические действия вашего успеха за 5 месяцев и как создать 5 и более лидер-менеджеров вашей первой линии. Третье. Откуда брать людей, ваш список клиентов более 1000 человек за 10 дней. И как 80% сделать их вашими клиентами за 5 месяцев. То есть сегодня у нас есть технологии, как вообще можно за неделю получить список контактов, потенциальных контактов 1000 человек. Потому что основная проблема работы с клиентским бизнесом, вообще в клиентском, не только многоуровневом бизнесе, в клиентском бизнесе – это люди. Потому что сегодня уже доказано, чем больше у тебя клиентов, тем больше ты получаешь. И борьба сегодня идет за клиентом. Так как я профессионал в продажах, профессионал в построении бизнеса и вывода любого бизнеса на любой уровень, я тренировал как многоуровневых предпринимателей-бизнесменов, линейных предпринимателей-бизнесменов, некоторых, скажем, людей, которые, ну, скажем, пошли по спорту, в направлении спорта, в направлении политики. И эти люди получали определенные результаты благодаря тому, что слышали от меня. Так вот, дорогие друзья, что я хочу сказать. Если человек работает с клиентами, а вот взять политик, да, это тоже работа с клиентами, то есть ему надо, чтобы его купили хотя бы там 35-40% населения. Да? То есть это потенциально его клиенты, которые его купили, потому что в данном случае он становится продуктом, где его покупают. Так вот, в клиентском бизнесе, наш клиентский бизнес в том числе,
Основная проблема – это получение клиентов. Как же получить клиента за очень короткий промежуток времени? А для того, чтобы получить клиентов, нужно хотя бы определить список потенциальных клиентов, откуда могут приходить к тебе люди, и как они, а потом уже движение, как их привлечь непосредственно в твой бизнес. Так вот, дорогие друзья, мы изучим вот эти технологии, на практике отработаем там. То есть в первый день вы получите технологии, и в первый же день вы пойдете их отрабатывать на практике для того, чтобы понять, как это все делать. Четвертый пункт важен, что сделать, чтобы ваша сеть клиентов пополнилась на 10 тысяч человек и более за 5 месяцев. Потому что один из важных моментов многоуровневого бизнеса, дорогие друзья, именно многоуровневого бизнеса, заключается в том, что когда ты один, ты можешь привлечь определенное количество клиентов. Но удерживать определенное количество клиентов один человек может в год, вот в год, чтобы вы понимали, качественное обслуживание клиентов, это максимум 50 клиентов в год человек может обслуживать. Один. Если это человек, имеющий опыт, он может обслуживать 100 клиентов в год. А как же тогда сделать так, чтобы было 10 тысяч клиентов в твоей сети? Все элементарно просто. 10 тысяч делится на 100, значит тебе нужно 100 партнеров, которые тоже будут вести по 100 клиентов. А если ты хочешь, чтобы в твоей сети было миллион, значит тогда раздели на 100. Это получается 10 тысяч должно быть клиентов в твоей сети. Значит, не просто клиентов, а людей, которые точно так же будут обслуживать по 100 клиентов в месяц, в год. Да? А если ты хочешь, чтобы, скажем так, еще больше было, значит, тогда еще больше профессионалов. И вот когда профессионал появляется, он в любую страну может приехать, даже если не зная языка, он может построить там бизнес, потому что он знает, как за один день получить, за первую неделю 1000 контактов. Как за первый месяц обработать эти 1000 контактов? Как найти тех партнеров, которые будут работать, и как определить клиентов? А в первую очередь важны для нашего бизнеса, так как наши клиенты и наши партнеры – это те же клиенты, то для нас важны те люди, которые являются партнерами и хотели бы сделать бизнес и зарабатывать деньги и реализовать свои мечты. И вот в данном случае тогда получается, что необходимо работать над квалификацией именно тех людей, которые являются первой ступенькой в лидерском росте. И что, дорогие друзья, мы будем еще изучать? Эффективный маркетинг на 500 тысяч юнитов за 5 месяцев. То есть, как за короткий промежуток времени создать объем в 500 тысяч юнитов со своей структурой, и что для этого нужно делать? Как создаются бонусы в 100 тысяч юнитов за 5 месяцев? То есть, как можно создать доход за 5 месяцев в 100 тысяч юнитов? Это на 5 месяцев примерно 20 тысяч в месяц создать доход. Дальше, интернет-маркетинг для стремительного роста, потому что здесь не только может быть офлайновская работа, но здесь еще необходимо применять интернет-маркетинг, такую же технологию впитывать в интернет-маркетинг. Естественно, мы изучим с вами магию успеха в вашем бизнесе, как ваш бизнес вывести на абсолютно новую систему работы, чтобы не только вы быстро росли, но еще быстро росли ваши партнеры, которые находятся в вашем бизнесе. Хочу задать вопрос. Ольга, в практике можете назвать, кто заработал в этой системе? Могу. Я перед вами такой человек. И еще в нашей компании есть огромное количество таких людей. Поэтому, Ольга, я являюсь практиком в первую очередь. И хочу сказать, что любого человека могу научить. Нужны от этого человека две вещи. Первое – это мечты, а второе – желание. То есть, если у человека есть мечты и желания, он может этому научиться. Люди через оправдание, и вот через такие вот вопросы, которые вы задаете, а кто есть, да? Ну, вы знаете, вот когда-то, я помню, были у меня, я приведу простой пример, однажды я получил технологию в продажах в Москве в 99-м году, и уже когда ехал в поезде, специально взял билет в плацкарт, чтобы обработать свой вагон, а потом уже, когда я ехал с Москвы до Донецка, я фактически весь поезд обошел, и у меня было огромное количество уже потенциальных клиентов. У меня были телефоны потенциальных клиентов, и были заинтересованные люди. И прямо в Донецке вышли на ЖД вокзале, я уже сделал продажу. Так вот, через 3 года я проводил некоторые школы по продажам, и один из умных таких моих партнеров говорит: Андрей, ну если бы ты мне показал, вот как это делается, я бы посмотрел, вот я бы тогда бы, наверное, тоже бы это сделал. Я ему сказал, говорю: хорошо, если я тебе покажу, и ты не сделаешь, что тогда, какой штраф я тебе могу назначить? Но человек на штраф не согласился, поэтому говорю: почему я должен тогда тебе показывать? Когда я получил технологию,
Мне не нужен был никто для того, чтобы мне показывать. Я взял ее в руки и начал делать. Поэтому вопрос задается в другом. Я по-другому подскажу. Есть огромное количество предложений и огромное количество технологий, как заработать миллион. Но есть люди, которые имеют одну и ту же информацию. Один зарабатывает этот миллион, а второй не зарабатывает. Давайте зададим вопрос, почему так происходит. И ответ очень прост. Один человек не просто имеет желание, у него есть жгучая, непреодолимая внутренняя потребность, а второй имеет просто желание, но потребности он не имеет. Поэтому, что хочу сказать, да, огромное количество людей сегодня в наших странах, бывшей СССР, которые в системе многоуровневого бизнеса заработали не 1 миллион долларов. В рублях это более 100 миллионов рублей. Кто-то может сказать, кому-то повезло, пришел раньше. Кто-то может сказать, что звезда упала у него на голову, да, и теперь ему все везет. Да. Но я вам приведу простой пример из своей жизни. Я пришел в одну компанию, которой было 2 года. Через 3 года я достиг максимального статуса и сделал за 3 года то, что не сделали профессиональные сетевики, хотя я не являлся профессиональным сетевиком. Второе. Я пришел в компанию, которой было 5 лет. И уже через 7 лет я заработал там 1 миллион долларов. И через 8 лет у меня было в активах 2,5 миллиона долларов. И компании было 5 лет. Это я говорю к чему? Что не обязательно первым приходить в компанию. Да, тот, кто приходит иногда на начальном этапе, ему везет. Но я знаю много людей, которые приходили первыми в какие-либо проекты, а сегодня они бомжи, самое натуральное. Но толку, что он пришел первым в проект. Не означает быть первым в проекте. Важно, что ты делаешь. Так вот, секрет нашего бизнеса, запишите сейчас, возьмите ручку. Какое количество рандеву вы проводите в день? Если вы проводите 1 рандеву в день на протяжении месяца, это 25 рандеву в месяц, это 1 результат. Если вы проводите 5 рандеву в день, то есть 5 встреч, и с 5 людьми вы поговорили о бизнесе, возможности, которые вы предоставляете, то это будет результат в 5 раз выше. Так вот, чтобы вы понимали, если человек за год провел меньше, чем 600 рандеву, для меня это следующее, что значит он не работал год. Год считается, вообще в классике, это моя, скажем, мой вывод, 600 рандеву в год. То есть разделить на 12 месяцев личных рандеву, это 600 на 12, 50 рандеву в месяц. Это 2 рандеву в день. Это всего лишь 2 часа в день. Если человек хочет заниматься профессионально, то на протяжении первых 3 месяцев он должен проводить 100-150 рандеву в месяц. Это примерно 300-450 рандеву за 3 месяца. В одной из компаний, вот в первой компании, в которой я пришел, через год я стал лучшим продавцом. И мне задавали вопрос: Андрей, на какие ты нажимал, эти мозоли, вот так и говорили, на какие ты нажимал мозоли, чтобы люди у тебя покупали? Я говорил простые вещи. Я говорю, за 3 месяца провел 750 встреч. И 750 людям я рассказал о бизнесе и о продукте. Мне говорят, ну это понятно, но ты расскажи, вот какие технологии и нажимы на больные мозоли. Я говорю, ты меня раз еще раз услышай. Если ты проводишь 250 встреч в месяц, то у тебя хочешь ты или не хочешь, даже если ты их тупо проводишь, вот просто ты говоришь, ты знаешь, есть классная тема, ты можешь там стать обеспеченным, и ты можешь получить самые лучшие выгоды в своей жизни. Вот изучи вот это, да, если тебе, конечно, интересно. Если вы проведете 250 встреч, именно встреч, не просто ссылок выкинули 250 людям, а встреч, то у вас будет как минимум 50 человек, которые проинвестируются как минимум на 100 долларов. Это, дорогие друзья, ни много, ни мало, а 5000 долларов. По существующему маркетинговому плану это 750 долларов в первый месяц. Это минимум. А средний чек, он 500 долларов выходит. То есть это 25 тысяч умножить на 15%, которые по вчерашнему еще маркетинговому плану вы получали 15%. Сегодня еще тоже он будет. И вы бы могли бы заработать 2250 долларов. То есть это ни много ни мало, юнит тогда умножить на 56, это больше 100 тысяч рублей в первый месяц. Поэтому есть огромное количество людей, которые получили этот результат, но вопрос задаю вам только, вы мне задали этот вопрос, я хочу задать вам.
Что вы готовы делать для того, чтобы научиться? Если вы ответите «все», это не ответ. Я не принимаю такие ответы. Человек, который готов получить такой результат, он должен сказать следующее, что я готов уделять 10 часов в день, я готов обучаться, расти личностно, готов на год забыть о том своем опыте, который я имел, я готов пожертвовать временем, может быть, сегодня, на некоторые моменты, для того, чтобы все это претворить за короткий промежуток времени. И если вы послушаете, Ольга, один из моих видеороликов, видеокурсов, вернее, на моем канале Андрей Ховратов «Прогрессивный человек», который называется «Секреты богатства и прогресса», «Основные секреты богатства и прогресса», да, там я говорю, 7 видео, кажется, плюс бонусное, я говорю о прогрессивной личности и что такое прогресс. Если вы еще будете делать то, что я говорю в этом видео, то минимум, я хочу вам еще рассказать, минимум 100 тысяч долларов вы можете заработать за 3-5 месяцев. Минимум. И еще один из важных моментов, а есть ли эти деньги в голове у человека? Потому что зачастую, когда ты разговариваешь с человеком, у человека нет этих денег в голове. Эти деньги не существуют в его голове, для него это очень большие деньги, 20 тысяч в месяц, это ни много ни мало в рублях, если умножить, посчитайте на 56, 100 тысяч, это ну, порядка 6 миллионов, да, там 5-6 миллионов в месяц. Вот я хочу задать вопрос всем, представляете, вы в месяц зарабатываете 20, неправильно посчитал, это больше миллиона в месяц рублей, да, вы зарабатываете миллион рублей уже, 20 тысяч в месяц. Как бы вы себя чувствовали? Представьте себе, что вы уже зарабатываете эти деньги. Как бы вы себя чувствовали? Какой личностью бы вы себя чувствовали? Некоторым, когда я задаю вопросы и смотрю в глаза, у людей паника. Он не готов к этим деньгам. А есть другая категория людей, которая в мозге сидит червь такой, что деньги – это зло, быть богатым – это плохо, а быть бедным – это высокодуховно. К сожалению, это нам медийные все службы, которые существуют, как художественные фильмы, документальные фильмы, новости несут вот эту информацию, что все богатые плохие, все деньги это зло, а быть бедным это высокодуховно. Это тоже один из проблем, одна из проблем. У меня была такая проблема, когда я уже все поставил себе цель, что все, я хочу научиться зарабатывать 10 тысяч долларов, это примерно 25 лет назад. У меня в голове в червь такой был, знаете какой? А не стану ли я плохим человеком зарабатывать такие деньги? Потому что все, кто зарабатывает плохие деньги, это плохие люди. Большие деньги – это плохие люди. А 10 тысяч долларов – это большие деньги, потому что это примерно чуть-чуть больше 500 тысяч рублей. Поэтому, дорогие друзья, мастер-класс для вас. И хочу задать вопрос. Скажите, а кто хотел бы быть на этом мастер-классе? А теперь я хотел бы задать вам вопрос тем, кто хотел бы. Напишите, кто будет. Если вы напишите «я буду», напишите «да, я буду» на этом мастер-классе. «Я буду 1 июля». Так напишите «я буду» на мастер-классе. Примите решение. Сегодня день принятия решений. Сегодня вы можете принять решение стать на путь профессионализма. А профессионал, дорогие друзья, хочу сказать, опять же, найдите мое видео на канале, где-то есть видео про профессионализм. Я его еще писал в 2011 году. Про профессионализм я писал. Кто такой профессионал? Так вот, профессионализм означает вот что. Если человек профессионал, то ему немного нужно времени, чтобы стать профессионалом в любой направлении. То есть, если он обладает азами профессионализма, то ему нужно ну, немного времени, максимум там полгода, может быть год, чтобы перестроиться и стать профессионалом в другом сегменте. Ну, к примеру, да, если человек профессионал и действительно профессионал, ну, к примеру, профессиональный электрослесарь или просто слесарь, или просто слесарь, да, или, может быть, профессиональный механик какой-то, да, то ему немного времени нужно, чтобы переучиться, и он, допустим, станет профессиональным, может быть, интернет-предпринимателем. Либо немного времени стать профессиональным, может быть, не слесарем, а программистом.
потому что сегодня он время может уделить очень много. А так как он знает азы профессионального, может стать программистом. Почему очень огромное количество людей сегодня являются программистами, хакерами и так далее? Потому что этому можно научиться, а это модная тема, поэтому многие люди учатся. Поэтому, дорогие друзья, если вы обладаете навыками профессионализма, то стать профессионалом в любом направлении – это несложно. Есть азы профессионализма. Я благодарю тех, кто принял на себя решение и сказал, что я буду. Ну а теперь давайте, я хочу быть на мастер-классе. Если вы хотите быть, то тогда примите решение, что я буду. Времени еще много. И я хочу сказать, запишите, что нужно сделать, кто хочет быть там. Первое, вам нужно, чтобы там быть, заработать, запомните, $1500, 1500 юнитов, ну, в общем, 100 тысяч рублей. Берите, не, скажем, не прогадайте. Значит, чтобы заработать $1500, что вам необходимо в сегодняшних условиях до 25 июня сделать? Рассказать 100 людям и более о том, что такое SkyWay технологии, что такое бизнес-свик и как человек может реализовать свои мечты за очень короткий промежуток времени. Кстати, я показывал этот, есть, я знаю, на Ютубе, выложили, я разрешил, кто был в Москве, мое рандеву, когда я разговаривал с человеком и делал, скажем, такой вот тренинг по рандеву, по приглашениям, и они сейчас вот есть после Москвы, то есть я говорю еще раз, я не запрещал, любой человек мог выложить ту запись, которая была в Москве, потому что люди, скажем так, были на Москве на этом мероприятии, то есть без проблем, они могут, это их запись, они могут ее использовать, даже хочу сказать, продавать они могут, я это разрешаю, я делаю такие разрешения, если ему удастся продавать, ну что ж, пускай заработает на этом деньги. Но я там показываю, как проводить рандеву, как проводить встречи с людьми. Вот когда вы поставите себе цель, и за месяц вы проведете 100 рандеву, то первое, у вас будет как минимум 5 консультантов, из них будет как минимум 2 экспресс-консультанта. И теперь считаем. Консультанты – это объем 3500, экспресс-консультанты, вернее, 3000, экспресс-консультанты – 2500, итого 3 на 3 – 9 и 7. 9 и 7, 16 тысяч. 16 тысяч объем умножить на 15%, ну где-то вы заработаете около $2000. То есть по маркетингу можно посчитать. Этого достаточно, чтобы приехать. Почему? Потому что я бы рекомендовал вам купить как минимум 2 костюма. Один костюм на 1 июля, один костюм, который будет у вас на банкет 4 июля, потому что после окончания обучения мастер-класса у нас будет банкет, вручение подарков, вручение сертификатов, то есть сертификация консультантов. И обязательно нужно одеть красивый костюм. Обязательно вам нужно поселиться в Олимпик отель, который, кажется, Олимпик отель мы называем. Дальше обязательно прилетите самолетом. Ну или в комфортных условиях прилетите. То есть потратьте деньги, не бойтесь тратить деньги. Чем больше вы тратите денег, тем больше денег к вам приходит. Чем больше потребность ваша в деньгах, тем больше денег к вам приходит. И вы будете там на мастер-классе, заработаете эти деньги. Более того, вот эти 5 консультантов, которые тоже могут быть с вами, после этого мастер-класса ваш бизнес просто вырастет по-сумасшедшему. Так вот, дорогие друзья, если переходить от мастер-класса к маркетинг-плану, давайте теперь поговорим, какие изменения мы вводим с сегодняшнего числа. Мы ввели эти изменения в 00 часов 01 минута. То есть, видите, да, у нас первый уровень, все зарабатывали 15%, начиная от партнера, заканчивая президентом. Во втором уровне 7% все зарабатывали. В третьем уровне партнер, если 3%, агент и 5. Да, 5 и 4, да? С консультанты 4. Хотя не 4, там 5. Так, какая-то ошибка, наверное, все-таки. По 5. И в четвертом уровне агенты выше зарабатывали 4. Из 5 до бесконечности. От консультанта от 1% до 4% до президента.
Дорогие друзья, я хочу сказать сразу всем, что такое бесконечность, потому что иногда вот наши оппоненты, конкуренты других компаний, вообще маркетинговых, говорят, ну сами подумайте, вот если платят до бесконечности, особенно именитые компании такие, которым 50 лет, 30 лет, 40 лет, 60 лет, они там говорят, сами подумайте, как до бесконечности может платиться. Но в этих же именитых компаниях они же платят тоже до бесконечности. Что такое означает до бесконечности? До бесконечности означает, что вот эти 4% перераспределяются между участниками. То есть не каждый зарабатывает. Я сейчас покажу разницу, чтобы вы видели. Ну, вернее, не разницу, закончится. И все, кто захочет, Николай, у меня большая просьба. Сейчас открой класс в Цитриксе. Мы зайдем туда, и я покажу людям, в чем особенность и уникальность. Особенно, когда они будут привлекать партнеров других многоуровневых компаний, именно сетевиков, структурщиков, чтобы показывать разницу, когда человек свой объем, который он получает в своей компании, переложит сюда на наш объем, он увидит, что он будет зарабатывать в 3 раза больше, чем в своей компании. Секрет заключается в чем? В первых 4 уровнях. В любой компании первые четыре уровня, они играют не очень большую роль, хочу вам сразу сказать. Большие деньги находятся ниже 4 уровня всегда. И вот крупные сетевики-структурщики, которые имеют огромные структуры или имели огромные структуры, они всегда понимали следующее и знали следующее, что есть, к примеру, 4 уровня или 5 уровней, да, и чек, который составляет от 4 или от 5 уровней, весь чек, который, да, 4 уровня или 5 уровней, да, они всего лишь где-то на уровне 10-15-20%, максимум 30%. Я не беру начинающих, я беру сетевиков, у которых сети в глубине 50, 60, 100 уровней. А есть такие сетевики, у которых 200, 300, 500 уровней в глубину. Так вот, основные деньги находятся ниже 5 уровня. И вот там они обрезаются. И вот там больше всего зарабатывает компания. Так как я сетевик в прошлом, да и сейчас я сетевик многоуровневый бизнесмен, я начинал обыкновенным консультантом компании, как любой из вас, который сегодня начинает. Я хочу сказать, что я потом и кровью добыл все свои знания и опыт в этой области, естественно, доходы. И так как я знаю этот бизнес, знает единицы в мире вообще этот бизнес изнутри. И поэтому я как сетевик прекрасно понимаю, как я начинал бизнес и где не доплачивала компания, создаем маркетинг-план таким образом, чтобы вы получили максимум от этого маркетинг-плана. Максимум, еще раз повторюсь. Так вот, основные деньги находятся с 4 или с 5 уровня до бесконечности, которые перераспределяются. И вот у нас 4% было. Что мы сейчас сделали, дорогие друзья? Мы, пообщавшись с департаментом в отделе развития многоуровневого краудинвестинга, они, естественно, пообщались со своими лидерами и сделали вывод, что да, лучше с 1 уровня отнять 7% и эти 7% дать в глубину. И здесь мы даем в 5 уровне 3%. И с 6 до бесконечности мы в 2 раза больше даем, и вы можете увидеть. Если консультант получал 1-1.5%, теперь он будет получать от 1.5-3%. Если менеджер получал от 1.5-2%, то теперь менеджер будет получать от 3-4%. Если лидер-менеджер получал 4-5%, то, получал 2-2.5, теперь будет получать 4-5. Если топ-менеджер получал от 2.5-3, то теперь 5-6, и так далее. И... Дорогие друзья, вот тут кто-то говорит, а нельзя ли с июня это сделать? Дорогие друзья, вы же сетевиков хотите привлечь, но у вас подарки, вы останетесь до конца, вы знаете, какие подарки еще. То есть мы решили это сделать с 20 числа, но вас ожидают некоторые подарки, которые вы сейчас обалдеете просто. Так вот, давайте я вам покажу, чтобы вы понимали разницу. Я думаю, тут как-то можно, наверное, увеличить или нет. Наверное, не смогу увеличить, да? Смотрите, разница заключается в том, что... А как же тут увеличивается? Интересно. Как-то же должен увеличиваться. А, вот так можно, да, увеличить? Отлично, да? Посмотрите, да, консультант, в чем разница? Если вы консультант... Вы получали 1%. Теперь вы как консультант будете получать 1.5%. Вот стали консультантом, из 5 уровня до бесконечности, с 6 теперь до бесконечности вы будете получать 1.5%, а не 1%. Это раз. Как только родился у вас консультант,
Раньше было 1,2%, и этот консультант получает 1%, вы получаете 0,2% разницу от его объема. От его объема, понимаете, да? А теперь вы получаете 2% и разницу от его объема 0,5%. Это, дорогие друзья, в 2,5 раза больше. Когда у вас два консультанта, вы получаете 2,2%. И если у вас два консультанта, они получают по 1,5%, то ваша разница от их объема 0,7%. Что больше, дорогие друзья, чем в 2 раза, даже чуть больше. Понятненько, да? Теперь комната готова, да, Николай? Ну, мы, когда закончится сейчас, я хочу дать слово людям, которые у нас на уровне краудинвестинга, чтобы они выступили по маркетингу, а потом еще, не расходитесь, вас ожидает огромное количество, мы ссылочку потом бросим, огромное количество подарков и еще промоушен, очень интересно, чтобы вы понимали. И я хочу дать слово сейчас первому Исыпу Максиму, если это возможно. Николай, найди там, у него, наверное, скорее всего, аудио будет, видео не будет. Потом Жамиля и Арнольд, чтобы они высказались немножко как бы, о работе отдела и по этому маркетинговому плану. Мог бы дать Исыпу Максиму сейчас слово? А вы, дорогие друзья, пока не сможете поизучать разницу. Максим, ты здесь? Сейчас напишу ему. Нет, да? Хорошо, давайте тогда еще раз объясню, что такое до бесконечности. Вот посмотрите, если у вас вот, брать уже описание с 20 числа, к примеру, вы стали менеджером, и у вас есть два менеджера в первом уровне, и у каждого из вашего ну, у каждого из менеджера есть, к примеру, по одному менеджеру. Значит, они будут получать 3,2%, а вы будете получать 3,5%, то есть 0,3% разницу от их объемов до их 5 уровней, дорогие друзья. До их шестого уровня. С шестого уровня вы будете получать разницу, с их шестого уровня вы будете получать разницу 0,3%. Но это достаточно большие деньги. Однажды я разговаривал с одним из топ-лидеров компании Oriflame, помню, в Украине. Он делал объем 50 миллионов евро. И он говорил, я получаю офигенские деньги 0,05%. То есть даже не 1%, а 0,5%. То есть это неплохие деньги, хочу вам сказать, 50 миллионов евро его был объем, можете умножить, да, и 0,05%, 50 миллионов умножить на 0,05%, ну это неплохо, 25 тысяч евро человек зарабатывал, да, это очень хорошие деньги. Я еще не буду приводить некоторые компании именитые, там тоже процентики очень-очень маленькие, дорогие друзья, и здесь. Мы перераспределили эти деньги, и теперь огромное количество будет именно лидеров, которые смогут действительно зарабатывать достаточно хорошие деньги для того, чтобы строить структуру. А чтобы вы понимали, огромные структуры растут, когда есть лидеры. А лидеры рождаются на мероприятиях. И то мероприятие, которое будет с 1 по 5 число в июле, в Минске. То есть 1 июля это экотехнопарк, 2 июля для тех, кто выиграет промоушен, сделает промоушен на поездку в экотехнопарк, 10 человек встретятся с Анатолием Дальше Минском. А с 3 по 5 у нас будет обучение, 5 разъезжаемся. По поводу мастер-профи, он будет у нас с июля, примерно с 10 июля, но те, кто будет на школе мастер-класс, это практически будет квалификация по мастер-профи. Поэтому ваш мастер-профи, вы сможете быть там. Хорошо, я смотрю, Макса нету, да? Зачем давать больше денег тому, кому им и так хватает, Михаил? Ну, вы знаете, давайте я вам скажу вот такой момент, чтобы вы понимали. Вот Арманд Мурник сегодня, чтобы вы понимали, да, тратит на поездки по всему миру,
Ну, это минимум, это минимум. 6-7 тысяч долларов. Работая на всю компанию. И на ваши структуры, в том числе, у кого есть структуры, там, в Индии, там, Филиппины, там, и так далее, да? То есть он тратит эти деньги. И эти люди должны зарабатывать больше, чтобы они еще больше тратили на эти поездки, чтобы вы еще больше росли ваши структуры, потому что приезд Арманда в любую страну сегодня создает бизнес. Жамиля, приезжая в любую страну, она может создать вам бизнес. Максим Исып ездит сейчас по Украине. Если у вас в Украине есть структуры, он может раскачивать ваши структуры, он будет работать на вас, чтобы вы больше зарабатывали. Естественно, и он должен больше зарабатывать. Те сетевики, которые приходят, большие сетевики, чтобы они зарабатывали еще больше. Потому что вот эти 8%, которые в первом уровне, вот я вам покажу, да, почему мы там делаем. Я проанализировал ситуацию, и это было, естественно, мое предложение, что оказывается, у нас очень много приходит людей, и вот я смотрю, думаю, обалдеть, ну, к примеру, Иванов, и смотрим, значит, Иванов Иван, третий уровень, Иванова Екатерина, второй уровень, Иванов там, Петр, к примеру, первый уровень. То есть он подписывает сына, жену, под жену сам и делает основные объемы. И получает бонусы 15 плюс 7 плюс 5. Ну, нехило, да? То есть 22 плюс 5, 27% он зарабатывает от этих денег. Но с ним-то работают не его дети, его жена, с ним-то работают нормальные люди, которые хотят заработать эти 15%. Но почему-то, и так вот повторяется вот такими колбасками, сосисками, как их называют, да? То есть, скажем так, поэтому мы перераспределяем те люди, которые работают с теми, кто под себя подписывает вот такими колбасками, а таких колбасок, чтобы вы понимали, ну процентов где-то 60. То есть вся семья вот так вот идет, да, вот так вот идет колбаска, а под колбаской вот такой вот структура, да? Колбаска, структура. А потом этот, кто колбаску устроил, говорит, блин, маркетинг-план плохой, потому что, ну, как бы, я мало получаю. Ну, конечно, ты мало получаешь, потому что у тебя лидер обрезает, а ты тоже захотел заработать в первую очередь своих денег. Поэтому от своих денег теперь человек получит на 7% меньше, не 27, там, а 22%, что тоже неплохо. Но зато те люди, которые работают с ним для того, чтобы это все происходило и делалось движение, они тоже заработают. Я считаю, это правильное перераспределение таких средств. А еще один из важных моментов, хочу вам сказать, вот Михаил задал вопрос, зачем делать, кому и так хватает, но это правильное перераспределение средств за работу, которую делает каждый человек. Для того, чтобы понимали, вот Арманд ездит с некоторыми людьми, встречается, для того, чтобы человек получил, вот у нас есть дедушка, который получил первые 700 долларов от человека, с которым проработал Арманд, да? И Арманд вообще не получил ничего от этого, но он работал с этим клиентом. Дедушка заработал 700 долларов и чуть сердечный кризис не получил, никогда таких денег не зарабатывал, да? Поэтому если идет перераспределение таким образом, то тогда есть интерес и лидеру работать с глубиной, есть интерес работать со всеми шириной. И даже не со всеми шириной, а еще чтобы, скажем, задействовать другие структуры, чтобы и шли объем. Вот в этом и есть сама, скажем, система. Ну а теперь давайте, если Макс не подключился, я вам расскажу, что у нас будет до 25.05. То есть мы специально, скажем, оставили 15% до 25.05, чтобы вы сейчас имели возможность в течение этого месяца, даже чуть месяц и больше, привлечь лидеров сетевиков и получить уже еще по старому маркетинг-плану. Ну, Максим, пускай тогда конференция в Херсоне, пускай начинается. Я думал, он там хотя бы минут 5 что-то скажет. Но раз у него уже там конференция, пускай тогда там уже скажет. Так вот, дорогие друзья, мы оставляем до 25.05 15% с первого уровня. И, естественно, с шестого уровня и с пятого уровня мы добавляем тоже эти вещи. То есть мы идем на это осознательно, чтобы вам дать месяц, чтобы вы смогли привлечь людей, сетевиков, структурщиков и показать возможности. Но показывать вам нужно, дорогие друзья, вот именно этот маркетинг-план, который вот здесь вот стоит. Да, это будет дополнительный бонус и ваш, и их работы, дополнительный бонус, но показывайте уже новый маркетинг-план. Он уже у нас описан, он уже в личном кабинете.
Поэтому, дорогие друзья, мы идем вам на уступки, чтобы вы этот месяц отработали хорошо, потому что одна из главных задач сейчас в течение этого месяца – найти огромное количество сетевиков, структурщиков, показать им то, какие возможности дает наш бизнес-план. И чтобы эти люди приехали обязательно в экофестиваль, на экофестиваль, в экотехнопарк. Вот для чего мы это делаем. Потому что одна из главных наших целей, чтобы в этом году, желательно до сентября, максимум ноября, полностью профинансировать экотехнопарк и начать финансировать уже адресные проекты, а их огромное количество адресных проектов и очень доходных адресных проектов, где компания может стать на 80-90% полностью владельцами адресных проектов. А нам выгодно с вами, так как мы соинвесторы, чтобы мы как можно больше в адресных проектах имели долю. Не 25%, которые мы запланировали, а 80-90-70%. Тогда быстрее будет рост. Еще быстрейший рост будет капитализация компании. Да, до 25.06 меня тут поправили. Все правильно. Слушайте, какие вы молодцы. Какие бдительные. До 25.06, совершенно верно. Именно до 25.06.17 года. Да, месяц и 5 дней. Какие вы молодцы. Михаил, Ольга, вот бдительные какие у нас. Нет, до 25 июня это будет. Не до 25 мая, до 25 июня. То есть месяц и 5 дней. Месяц и 5 дней вы сможете воспользоваться, скажем, условиями старого маркетинг-плана по первому уровню. И, естественно, 5-6 уровень уже условиями нового маркетинг-плана. Ну, я в первую очередь хотел бы задать вопрос всем вам. Как вам новости? Просто я слежу за тем, кто-то пишет супер классно, кто-то пишет, что блин, опять подумали там о других и так далее. Отлично. На самом деле я хотел бы немножко поговорить с вами, да, о том, что же сейчас произошло. И понятное дело, будут люди, которые будут думать, что опять для кого-то это сделали, да, и не для нас. Но на самом деле это для всех возможно. И вы знаете меня, я пришел сюда не на сетевую компанию. То есть я сюда пришел за идеей. То есть идеи, технология, Skyway – это то, что, ну, скажем так, то, что меня привлекло. Но когда я осознал, что это что-то новое, это что-то, что никогда не было, и как я могу, будучи человеком, который в этом никакого понятия не имеет, как я могу вообще быть вовлечен в это, да? Соответственно, первым шагом, который лично я сделал, да, ребята, это я пошел на обучение. То есть мне необходимо было понять от А до Я, что это такое и как это вообще будем есть. И когда я попал на обучение второго потока, может, есть здесь те, кто тоже были там, я услышал очень простую технику, которую я никогда не применял, она не была в моей жизни как-то, знаете, как не связывала меня с этим, да. Но когда я увидел, что Андрей Федорович – это человек, который на опыте, да, то есть у него не просто теория, где-то книжек начитался, а у него конкретный опыт. И он говорит: ребята, я могу каждого из вас, кто захочет, провести по этим же ступенькам. Так вот, на сегодняшний день многоуровневый краудинвестинг набирает серьезные обороты. То есть обратите внимание на то, что я уже говорил раньше. Было когда-то что-то, что позволяло нам жить, не имея интернет. Да? То есть давайте вспоминать, это мы там играли в различные игры на улице, да, и так далее. То есть мы таким образом встречались с людьми, новыми друзей заводили и так далее. Согласны. И сегодня посмотрите за окно, да, вот там, где вы живете, посмотрите, там нету никого. То есть сегодня дети не играют. Сегодня дети общаются с помощью гаджетов, да, с помощью там компьютеров, планшетов, телефонов и так далее. Здесь мы были, вот мы сейчас в Индии, да, и здесь разговаривали с человеком, 700 миллионов гаджетов, да, было продано за последний месяц какого-то там Oppo вообще непонятного телефона. Но здесь его, как говорится, здесь он необходим.
Ольга, я не говорю о конкретно вашем, как сказать, вашей области, да, или там, где вы живете. Возможно, там есть эти дети, да, но сегодня статистика мировая показывает, что только в Англии 24% детей страдают ожирением. И они страдают ожирением не потому, что они сидят и кушают гамбургеры, а потому, что они сидят, и скажем так, их образ жизни, он неподвижный. И к чему я это все веду? То есть то, что было раньше, оно так или иначе меняется именно сегодня нашими возможностями, да, то есть возможности, которые нам дают какие-то гаджеты. И эти гаджеты нам реально сегодня показывают, что все, что необходимо каждому из нас, это просто посмотреть на, скажем так, на эти возможности с другой стороны. Я не говорю, что есть там сторона, которая всегда там права, да, и сторона не права. То есть, знаете, вот две эти. Но если мы сейчас конкретно смотрим на какую-то ситуацию, мы ее можем в принципе принять как за, так и против. Согласны? И только от нас будет зависеть, на какой стороне мы будем. И к чему я это все подвожу? Вот я не имел никакого отношения там, к сетевому бизнесу. На сегодня я понимаю, что это абсолютно новое, скажем так, новое движение. И не многоуровневый бизнес, а именно многоуровневый краудинвестинг. И он сейчас формирует целый рынок. И этот рынок сегодня, я попрошу загрузить мои файлы. Сейчас. Так. Сейчас, секундочку. Я хочу вам показать конкретные действия, которые делает человек, который никогда не имел отношение к многоуровневому краудинвестингу, либо к любому многоуровневому сетевому бизнесу. Этот человек является Людмила Сердюкова, которую я уже говорил. Да? Она сегодня, имея, скажем так, этот опыт, но она этот опыт получила, потому что она начала делать. Хотя она мне столько раз говорила, что это не ее, я этим заниматься не буду и так далее, это мне не нравится. Но для того, чтобы вы могли сегодня выступать на уровне вот по Эфиопии, да, это министр транспорта, это министр обороны, это люди, которые ее слушали с открытым ртом. И вы видите, да, она единственная белый человек в этом, так сказать, не знаю, как это назвать, в общем, вот среди всех этих людей она единственная белая, да. И понятное дело, что ей было страшно, но она все равно, она преодолела себя, свои страхи, и она сама полетела, встретилась, провела очень, скажем так, хорошую работу, и эта работа сегодня, она конкретно будет помогать нашей технологии. И давайте сейчас вернемся к тому, с чего мы начинали. Что же такое вообще многоуровневый краудинвестинг, и почему мы сегодня действительно находимся, знаете, вот на этом переломном моменте, который позволит нам очень многого достичь, потому что на сегодняшний день уже государственные чиновники, люди, которые, как Андрей Федорович уже сказал, да, обладают своим электоратом, и они не хотят его потерять. Они сегодня готовы применять многоуровневый краудинвестинг у себя в той или иной стране для того, чтобы таким образом помогать своим же людям, понимаете, становиться более финансово независимыми, более опытными, более образованными, потому что каждому чиновнику, который сегодня, скажем так, избирается народом, ему необходимо, чтобы его народ был образован и финансово стабилен. Вот. И следующий слайд, если у нас есть, покажите Филиппины. Тоже я вам вначале говорил. То есть видите такого седого мужчину, и рядом с ним там человек сидит такой коричневым, да, пиджаке. Знаете, кто такой, кто человек в коричневом пиджаке? Это человек, который вообще ловит различные скамы. То есть он самый главный персонаж в государстве, который вылавливает и сажает людей, которые
приходит с какими-то многоуровневыми бизнесами, да, в их страну, где, понимая потенциал, они хотят внедрить, да, ту или иную систему, и они именно ловят вот этих вот, ну, скажем, нехороших людей. А мы напрямую пошли к нему, мы ему рассказали всю схему, мы сказали, вот это то, что мы хотим. Мы привели рядом с ним вот этот седой мужчина, да, это губернатор, который, когда услышал о том, что мы в первую очередь идем через народ, ну, у него были просто вот такие вот глаза. Понимаете? И дальше, вот видно, чуть выше, да, от него, то есть за ним стоит женщина, которая является, ну, бывшей его женой, да, но также она сегодня в правительстве. И эти люди в ближайшее время посетят именно экотехнопарки, и встреча с Юницким уже организована. Так вот, к чему я это все подвожу? На сегодняшний день каждый из вас имеет полное право, при условии, что он прошел обучение, что он понимает вообще, что он говорит, и знает, каким образом это делать, да, имеет полное право сегодня, скажем так, представлять эту систему, эту, скажем так, машину, да, по продвижению каждого человека на уровень благополучия на любых, скажем так, не этапах, а на любых ступеньках, неважно, где бы этот человек ни находился. И вот видите, еще чуть-чуть выше, выше вот такого полоборота сидит человек, там Ольга, да, и видите, вот прямо там в очках сидит человек, то есть это один из миллиардеров, который входит в топ-20 Форбса, где мы тоже у него были на завтраке, соответственно, его интерес очень серьезный к нашему проекту, да, я имею в виду нашему, всех нас, и, соответственно, в ближайшее время этот человек так или иначе будет взаимодействовать с Анатолием Эдуардовичем Юницким. И почему я это все вам показываю? А, у нас еще есть Индия, да? Друзья, покажите Индию тоже. А вот и Индия. Это наши партнеры, это уже, скажем так, такие последние новости, где, значит, по Индии были люди, которые просто бегали и делали шумиху, да, но понятное дело, что нужно даже шумиху делать определенным способом так, чтобы это никак не повлияло негативно на технологию и на те проекты, которые уже есть. Соответственно, мы встречались с партнерами, где мы проводили обучение, первые шаги, вообще каким образом работать на этом рынке. Но самое главное, что хочу отметить, то, что здесь есть очень серьезный потенциал именно работы с государственными властями. И эти власти, они понимают, что сегодня 1,6 миллиардов индусов – это люди, которые так или иначе их избирают. И они сегодня готовы полностью, скажем так, помогать своим людям. И когда мы им показали принцип многоуровневого краудинвестинга, которого, ну, если так по-честному, да, сказать, то его нету, его не было, его мы, ну, скажем так, мы первые, которые это придумали. И как уже Андрей Федорович сказал, да, что Юницкий, не знаю, откуда он взял эту идею, информацию, да, наверное, из космоса, либо там Боженька ему ночью прописал, да, как это надо делать. Ну, то есть он не имел никакого понятия вообще сетевого бизнеса. Но тем не менее мы это имеем. И сегодня именно этот способ, он очень интересен для не только людей, но и государств. Вот. И что бы я хотел напоследок каждому из вас пожелать. Многие люди сегодня опираются на свой опыт, на свои какие-то достижения, либо провалы, да, как это правильно сказать, fail, ну да, наверное, провалы, да, в своей жизни, негативный опыт. И с этой точки зрения они принимают либо входить в эту эру многоуровневого краудинвестинга, либо нет. Так вот, я вам желаю, чтобы вы в первую очередь осознали для себя потенциал этого рынка. Сегодня
сегодня, кроме нас, на этом рынке нету никого. Ну, нету просто. И то, что имеют там любые другие компании, да, сегодня, то есть это те же самые Apple компания, там IBM, еще что-то, это в принципе то, что мы внедряем с самих азов. Если мы возьмем вот этот Apple, который тогда Стивом Джобсом внедрялся, то сегодня многоуровневый краудинвестинг, он находится в принципе на том же самом этапе. И только от нас сегодня зависит, где через несколько месяцев, лет будет вот этот зачаток, вот эта идея многоуровневого краудинвестинга, которая позволит внедрить все адресные проекты на нашей большой, огромной, красивой планете. Поэтому, друзья, поздравляю вас. Я очень рад таким новостям, а еще новости будут. Андрей Федорович еще не все озвучил. Добрый день, дорогие друзья. Я вот сейчас подключилась через телефон. И что я хочу сказать, и да, что мы сегодня разбирали у нас на городской презентации в Бишкеке. Во-первых, мы презентовали именно бизнес-вид, как идеальный вид бизнеса. Потому что любой бизнес, он основывается же на идее. А вот идея получать доход с бизнеса в будущем без нашего участия, это настолько уникально. Это действительно бывает в столетии один раз такая возможность. Да? И полностью присоединяюсь к тому, что краудинвестинг сегодня на начальном этапе развития. И мы компания «Эталон», которая показывает дорогу другим, всю перспективу и всю силу коллективного инвестирования. И вот молодой человек говорил о том, что маркетинг там для лидеров, да, и я, например, категорически не соглашаюсь, потому что сегодня маркетинг заточен именно на бизнес, на построение бизнеса. И ключевая квалификация у нас будет консультант, потому что именно сделав квалификацию консультант, ты добираешься до того уровня, который называется с бесконечности. И, а всего лишь, чтобы стать консультантом, у нас на товарооборот, ну, 2400 в команде, сам 500, ну, $3000 делаешь товарооборот, который фактически не вытаскиваешь из кармана, да, и маркетинг-план настолько идеален и помогает нам без огромных вложений построить огромную команду, построить прекрасный доход. И люди сегодня в бизнесе доход в 3, 5, 10 тысяч долларов получают, вкладывая, начиная от вложений 50-100 тысяч долларов, и только тогда, через несколько месяцев, у них начинаются какие-то доходы. Да? А у нас с вами идеальная возможность. И если вы имеете вот в жизни бизнес в нескольких городах, то этот бизнес контролируется через 1С-бухгалтерию. Это постоянно вы на телефонной связи, постоянно на контроле ездите по своим филиалам и так далее. Да? Бухгалтерия нашего личного кабинета, наш кошелек, он идеален, он не ошибается ни на цент, и выплаты вы получаете сиюминутно. Да? Вывод тоже не ограничен. Единственное ограничение в выводе, те, кто в бизнесе, они знают, это верификация, подтверждение документов и флаг хотя бы $50. То есть вот такой возможности, где с нуля, только имея ваше желание зарабатывать большие деньги и еще обучая, еще создавая условия, да, офисы в городах, в различных городах есть у нас сейчас офис и свит, имея большую поддержку, вы можете на самом деле сегодня получать крутые чеки. И они начинаются всего лишь с товарооборотов $3000. Да? И мы сегодня это очень приветствуем. И в офисе в Бишкеке, например, и волнение, и эмоции, и радость, что ключевые люди, кто будет работать в бизнесе, они наконец-то будут зарабатывать больше. Но до этого наш маркетинг был хорош, да, а сейчас еще лучшим стал. Поэтому я думаю, нам сегодня надо открывать людям глаза на то, чтобы по-настоящему строить бизнес.
да, и глубина этого для тех людей, которые уже 100% с нами. Поэтому мы поддерживаем, приветствуем, а тем более вот эти 5 дней сохраняться будут 15% на первую линию, да это вообще, да, это супер. Поэтому я думаю, что вот те люди, кто искренне хочет поработать, они вот в эти 5 дней себя и выявят и проявят, потому что абсолютно все они будут... я думаю, на экотехнопарк поедут за счет компании, потому что компания-то нам и платит, да, и делая какие-то объемы, получая чеки, мы все даже можем поехать в экотехнопарк, осуществить свою мечту. И каждый раз, когда мы говорим о таких событиях, я ужасаюсь, что если вдруг бы я в 15 году в октябре не попала бы на это мероприятие, потому что именно там я созрела как предприниматель, именно там у меня получилась мечта работать только в Свиге, потому что идея Skyway в совокупности с маркетинг-планом Свига и с будущим, да, мы сегодня еще на нашем событии говорили о будущем, да, что нас ждет, потому что многих здесь тоже волновало, что вот вдруг закроются корневые акции, и что мы будем делать, зачем нам вообще статусы, квалификация, нужно ли вообще. И сегодня у многих людей открылись глаза, они хотят работать с нами, потому что у них появилось видение, что это будет классная, престижная, самая интересная компания на рынке MLM-бизнеса, потому что мы будем обученными, да, и будем давать людям знания, как не только сохранить, но и приумножить те средства, которыми мы будем владеть. И этот вопрос всегда важен и актуален. И, мы на правильном месте, и сейчас маркетинг-план Свига, он улучшился во много раз, и мы этим очень довольны. Аплодисменты. Так, наверное, не видно. Кто спрашивает? Доли остаются. Конечно, доли остаются. Сейчас же идет 9-й этап развития. Да, на 9-м этапе у нас в подарок от команды, от структуры идут доли. И на это тоже осталось очень мало времени, потому что идет массово, вот от людей поступают финансы, и, видимо, 10-й этап приближается. В 10-м этапе только у нас прекращается оплата долями. Поэтому... Я думаю, вот сейчас именно тот стартовый момент, когда мы все поработаем на экофестиваль, на то, чтобы попасть туда и реально ощутить всю прелесть нашего нового маркетинг-плана. Благодарю, Жамиля. Немножко хрипело, но я слышал. Все отличненько. Действительно, до 25.06 это 35 дней сегодняшнего дня, это раз. Доли остаются. Единственное, я вам хочу сказать, что доли будут начисляться именно по маркетингу как 8%. Вот по первому уровню. Денег вы будете получать больше, но в долях меньше. А естественно, доли, которые там с 6 до бесконечности, они получаются именно тоже вот как долями 1/4 часть, то есть 25%. От тех процентов, которые есть в маркетинг-плане. Поэтому, что хочу сказать, мы не увеличили процент в маркетинг-плане, не уменьшили, мы просто перераспределили то, что все равно фактически мало кто пользуется, а я даже хочу вам сказать, для интернет-предпринимателя 8%, если 8% для интернет-предпринимателя, который просто работает как интернет-предприниматель и всегда гонит новых клиентов, это тоже очень хорошие деньги. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать, вот некоторые написали, ага, маркетинг сделали, богатые опять будут богатеть. Вы не правы. Мы не многоуровневая компания, повторюсь. Мы воспользовались маркетинг-планом многоуровневого бизнеса для того, чтобы дать возможность зарабатывать людям
в нашем проекте, связанные с инновационными, с продвижением инновационных транспортных технологий и применить это все в реализацию инновационной транспортной технологии. Потому что финансирование нужно очень объемное. Чтобы вы понимали, объем рынка транспортного именно Skyway составляет 250 триллионов долларов. То, что может достаться тем людям, которые работают в системе многоуровневых продаж, продавцов, сетевиков, рефералов, интернет-предпринимателей, это примерно 10%. То есть 25 триллионов долларов – это то, что может распределиться за 30 лет между всеми людьми, которые имеют опыт или захотят научиться этому бизнесу и в будущем быть очень богатыми и состоятельными. А почему маркетинг-план именно для вас сделан? Да потому что у нас нету компрессий. Мы прототип инвестиционных фондов. А в инвестиционных фондах, в нормальных инвестиционных компаниях, поверьте мне, как человеку инвестиционный консультант, который являлся агентом с 97-го года, как агент инвестиционных компаний, ни в одной инвестиционной компании нормальной нет компрессий. То бишь, если у тебя идет многоуровневая система, то у тебя пришли люди, и они не компрессуют. И если у тебя там 5 уровней, или 7 уровней, или 12 уровней, или 15, и ты хорошо, правильно работаешь, то за очень короткий промежуток времени у тебя может быть 30, 40 и 50 уровней. И тогда получается объемы то большие там, а ты эти объемы не получаешь от этих объемов. И я, как профессиональный сетевик, считаю, что это несправедливо. Потому что если человек пришел один раз в компанию и привел клиента, он всю жизнь должен получать от этого клиента. Это мое глубокое убеждение, как человека, работающего в продажах, как линейных, так и многоуровневых. Поэтому, дорогие друзья, этот маркетинг сделан для всех людей, тех людей, которые хотят стать обеспеченными, богатыми, используя технологию работы многоуровневого краудинвестинга. Кто еще не знает, что такое многоуровневый краудинвестинг, рекомендую послушать Максима Исыпа лекции двухнедельной давности, где он рассказывает, что такое краудинвестинг и краудфандинг, чем они отличаются, что такое многоуровневый краудинвестинг и почему мы, как компания Skyway Invest Group и компания вообще Skyway, являются новаторами и пионерами этого направления. Но это еще не все новости, дорогие друзья. Вот еще какие есть новости. Промоушен, как дополнительно заработать 200 2000 юнитов маркетинг-плану с 20.05 по 25.06.2018 года. Итак, держитесь за кресло, потому что можете сейчас упасть. За это время, если вы находите и привлекаете 4 клиента по 250 юнитов, ваш бонус партнера, то есть вам как партнеру, да, начисляется 200 юнитов дополнительно к маркетинг-плану. Если 4 клиента по 500, это 400 юнитов. Но это АИП и спецдисконты. То есть это АИП рассрочка, АИП спецдисконт у нас называется. 4 клиента по 1000, это бонус 800. 4 клиента по 2500, это бонус 1500. То есть это акция по АИП спецдисконту. И АИП экспресс квалификация, если 4 клиента экспресс квалификации 3500 юнитов, бонус вам, как партнеру, дополнительно 2000. Что я хочу сказать, что 4 умножить на 3500, 14 тысяч умножить на 15%, которые сегодня остаются, это 2100 плюс 2000, ваш бонус составляет 4100 юнитов. Дорогие друзья, это очень достаточно большие деньги. Нигде, ни в одной компании за такой короткий промежуток времени, да, это промоушен, мы хотим, чтобы вы заработали эти деньги, и, как я вам сказал, купили бы 2 костюма хороших, а мне тут один человек написал, говорит, Андрей, я твою рекомендацию послушал, и я купил 3 костюма. Я хочу 1 числа быть в новом костюме, я хочу быть 3 при открытии, мастер-класс консультанта в новом костюме, и я хочу на вручении сертификата консультанта быть в новом костюме. Поэтому, дорогие друзья, мы это делаем для того, чтобы вы сейчас заработали, чтобы вы приехали, пожили богатой жизнью. Я хочу рекомендовать вам, поставьте себе цель заработать больше, потому что я как человек, консультирующий по личным финансам, давно уже, но последние 7 лет я сделал вывод, и я даже рассказывал огромному количеству бизнес-тренеров, почему к ним денег не приходит столько, сколько они себе планируют. То есть выходят на доходы, а больше подняться не могут. А у них уровень потребности остается тот же, но он хочет зарабатывать больше. Для того, чтобы зарабатывать больше, уровень потребности должен вырасти. Денег, вот если вы заметите, к вам всегда приходит столько, сколько вам нужно.
вам редко приходит денег больше, чем нужно. Если приходит, то вы не знаете, что с ними делать, и они сразу же уходят. Поэтому, когда вы ставите потребности выше, то к вам, соответственно, и больше денег приходит. Сегодня мы стимулируем вас тем, чтобы вы поставили себе потребность выше, чтобы потратить на эту поездку 1500 долларов, то есть 100 тысяч рублей, рублями, да? Значит, эти деньги, если вы примете решение сегодня, а сегодня день принятия решения, примите это решение, поехать на экофестиваль, быть на обучение мастер-класса, потратить вот эти вот 100 тысяч рублей или 1500 долларов, и вы эти деньги 100% заработаете. Почему вам выгодно, чтобы ваши люди приняли это решение? Если у вас 10 человек принимает решение, вот 5 и 5, 10, да? Значит, 10 человек для того, чтобы заработать человеку 1500 долларов или более, значит, это примерно вот 4 по 2500 умножить на 4, это 10 тысяч, 1500, и еще 1500 бонус он заработает. Вообще круто, да? Он в два раза больше заработает, чем он может себе представить. Но посмотрите самое ценное. 10 человек, которые сделают то же самое, что и вы, вот по 2500, да? Получается, что им нужно будет заработать, сделать 10 тысяч, 4 умножить на 10 тысяч, вы сделаете объем во втором уровне, ну, во втором, третьем уровне, 40 тысяч. Это еще дополнительный бонус. Значит, купите себе новый телефон, купите себе новый ноутбук, либо соберите, начните собирать деньги на поездку и на отдых. Хотя мы устраиваем промоушен на отдых. Вот совсем недавно ребята приехали из Таиланда, и сейчас выйдет очень хорошее видео. Поэтому, дорогие друзья, хочу вам сказать, что воспользуйтесь вот этими промоушенами, воспользуйтесь тем, что сейчас 9-й период идет из 15. И нам очень круто повезло, что Анатолий Дорощиницкий дает нам возможность с ним работать вот так вот и дает возможность вам зарабатывать эти деньги. Поэтому что хочу пожелать? Но это еще не все. Вот еще одна из новостей, конечно же, неприятная новость, но, к сожалению, компания нам настояла, и компания это убрала еще в феврале, а недавно узнали, что мы, оказывается, раздаем еще это. Но что, скажем так, с 1.06.2017 года подарочных акций больше не будет. То есть вообще их больше не будет. Если сейчас там человек регистрируется, ему подарочные акции, то подарочных акций с 1.06 больше не будет. То есть человек регистрируется, он получает бонус, только в подарок 2 видеокурса, 8 правил частного инвестора и 8 основных принципов успеха. Но до 01 сегодняшнего дня мы даем вам возможность воспользоваться массированным маркетингом, чтобы за эти 10 дней привлечь как можно больше людей и сказать: слушай, вот до 31 мая, до 23.55 ты можешь воспользоваться и получить дополнительно 20, которые сейчас даются, и 60 дополнительно. Вот здесь, кстати, не написано, да? Я сейчас напишу. 60 дополнительно. Вот так вот. Далее. Далее. За то, что он поддерживает этот проект, он может получить 60 долей до 31.05. А с 1 июня уже не будет вообще никаких подарков. Дорогие друзья, воспользуйтесь этим. Дайте эту возможность другим людям, чтобы они смогли понять, что такое SkyWay. И благодаря тому, что вы им дадите этот подарок, эти люди смогут изучить, что такое проект, и потом вполне вероятно, что они согласятся поехать с вами на экофестиваль и на школу мастер-класс. Ну и в последнее, это план поездок с 6.05 по 1.07. То есть в Краснодаре, в Москве я уже был, в Дели Арман сейчас был, и более того, не планировалось в Филиппины, и в Филиппины заехали. 3.04 это Милан, вернее не 3.04, а 9.10 это Милан у нас будет, сейчас я зачеркну, не 3.04, а 9.10 это Милан, там будут Ховратов Андрей, Петр Жалбы, Арманд Мурнекс, 10.11 это Прага, тоже Ховратов Андрей, Павел Ваврик, Арманд Мурнекс, Одесса, Максим Исып, Жамиля Жзубекова, 16-17 Астана, вернее не Астана, а Шымкент будет у нас, Казахстан. 18-19 Бишкек. И скорее всего, может быть, в эти даты у нас будет Хабаровск. Вполне вероятно. И 24-25 это будет Сидней, это Австралия. Будет Арманд Мурнекс. Поэтому, дорогие друзья, что хочу сказать. Воспользуйтесь вот этой возможностью, которую сегодня вам дает компания. И принимать решение, потому что решение, которое вы примете сегодня,
оно от нас однозначно будет работать только на вас. Но мы не будем никуда переходить, наверное, дорогие друзья, потому что сейчас у меня времени нет, мне уже нужно ехать. А на одной из, может быть, в четверг я выйду на школу и покажу именно, как работать с маркетинг-планом и как показывать лидерам-сетевикам, как они могут работать с маркетинг-планом. А вы сейчас пока изучите его, посмотрите, то есть позадавайте вопросы, чтобы мы по маркетинг-плану, особенно вот с 5, с 6 до бесконечности, да, вот эти проценты, как они перераспределяются. А тот, кто хорошо считает математики, сделайте таблицу Excel и посмотрите, к примеру, да, у вас там в первом уровне два лидера и два лидера квалификации где-то в глубине, да, и вы получаете эти проценты. Посмотрите, как это происходит, посмотрите, как это, какие деньги у вас могут быть. И вот эти консультанты, которые и проценты, которые вы получаете дополнительно, за то, что у вас лично привлеченные консультанты, менеджеры, лидеры-менеджеры, топ-лидеры, советники президентов или президенты, это за ваши личные привлеченные, это те ваши личники, которых вы поставили. То есть два консультанта, там два менеджера, два лидера-менеджера, либо три, либо четыре, вот в таком вот плане. Поэтому что хочу пожелать вам, дорогие друзья, сил, чтобы получить то, что вы хотите, мечтать, побольше мечтать, потому что не бывает маленьких зарплат и маленьких доходов, бывают маленькие цели и маленькие мечты. Поэтому мечтайте огромные мечты, ставьте огромные цели. И если вы принимаете решение в пользу Skyway сегодня, и вы хотите действительно профессионально работать именно в Свиге и продвигать именно идею инфраструктурных проектов, идею струнного транспорта Skyway, струнного транспорта Юницкого, я вам предлагаю тогда поставить обязательно себе цели, принять решение, быть на обучении мастер-класс для консультантов с 3 по 5 июля в городе Юницке. Все, дорогие друзья, всем всего самого наилучшего. Пока-пока. С вами сегодня работали Андрей Хавратов, Арман Мурникс, Жамиля Жазубекова и Максим Исып сегодня в Херсоне сейчас проводит тоже там конференцию. Пока-пока.